Поехали. Что это было? Ладно, неважно. Забыли просто. Забыли и... так. Сейчас я только его... Все, четенько. Итак. Теплоизоляция. Вот температура окружающей среды может быть так влиять. Температура окружающей среды может положительно или отрицательно влиять как на моих дубликатов, так и на флору и фауну колонии. Нажав F3, я могу ознакомиться с температурной схемой и увидеть все горячие или холодные места. С помощью длительных вентиляторов у агрегатора я могу поднимать и опускать температуру ветряных вентиляторов, ледяных вентиляторов и обогревателя. Я могу поднимать и опускать температуру, однако поддерживать ее мне удастся только если огорожу пространство плитками с теплоизоляцией, чтобы теплый или холодный воздух не улетучился. Ага. Ага. Ага, ну достаточно. Так, хорошо, что значится по температуркам у нас здесь есть? В общем и целом... Ой, а это что? Это первый раз на эту херню нажал кех. Блин, так я мог посмотреть материал. Я первый раз на нее нажал, а она мне всегда нужна была, когда я искал уголь, медь или еще что-то там. Ладно, по температуре у нас... Ну, в целом так тепленько. Но вот у нас есть... маленький вентилятор, чтобы в комнате отдыха было свежо, а остальное нам не важно, они и так поспят. Да, немного они будут тильтовать, но это нормально, наверное. До тех пор, пока это прям не проблема, я думаю, это не проблема. Вот тут это проблема, у нас здесь. 99 градусов, не очень классненько, понятненько. Вот, мы тут копаем, наверное, тяжеловато будет. Так, что я хотел посмотреть, это по проводам... Так, попробовал, значит, я разделить эту штуку на две, потому что меня достала постоянно эта херня. Ну вот, ну и с какой проблемой я столкнулся? С тем, что теперь везде написано, что нет батареи. Почему нет батареи? Потому что эта херня не работает. А, она работает, просто тратит, видимо, все. Хорошо, что здесь так много тратит? Изучение, может быть? Блин, наверное. Плюс все вентиляторы, вся эта херня. Кажется, я разделил их просто посередине, как получилось, скажем так. Вот. Но мне на самом деле надо будет, наверное, чуть больше подумать над тем, где их разделить. Также я тут поставил немножко батарей. Сейчас они тут по плану будут доступны энергии. 49, ага. Почему они при этом не заряжены, если столько доступно? Надеюсь, они будут заряжаться. О, кстати, кто-то приехал. Кто же это будет? Выделяющие сгустки слизи в процессе дыхания. Классно. Техника нет. Ага, суперпродуктивность, устойчивость к микробам. Агроном. Мэй. Что, Мэй, я вас поздравляю. Вы наш новый... Мэй. Так, добавляем его вот сюда. Пик. Пик-пик. Мэй. Где будешь жить, Мэй? Вот в чем проблемка. У меня как бы нет для него места. А если я сюда засуну, это будет нормально? Вниз, наверное, тут будет. Угу. Вниз нельзя. Попробуем его сюда запихнуть. Тут вроде есть свободные ребятки, которые смогут сейчас ему поставить. Тогда мы можем просто увеличим эту херню и все. Блин, что я придумываю? Им, конечно, не очень удобно, если чтобы излазить. Но с другой стороны, они вот так пролезут и всем. Разрушить. Тут лучше просто разобрать. Так, значит, они разберут эту штучку. Потом у нас тут что у нас тут? Почему здесь еда
Все, забрали, хорош. Ингредиентов не хватает, это потому что я там... Опа, барбекю, здорово. А, грязевой батончик при этом делается. Все нормально. Надо чекнуть грязь. Сколько у нас грязи? У нас, наверное, грязи здесь совсем мало осталось. Вот это грязь. Угу. 11 тонн. Ну, не совсем мало осталось, так что быть. Так, сколько у нас? А, блин, кстати, тут же... Ну ладно, пока и в таких оставим. Тут 4 видно, там вроде ничего не надо. Загрязненный лед новый. Здорово, лед. Итак, кроватушку дублируем. Не помню, кто там будет на ней жить, но главное, чтобы он не тут жил. Ага. Все, Мэй. Мэй не там еще живет. Так, Мэй, поздравляю вас с вашей кроваткой через... А, им надо же эту всю фигню достроить, блин. Что там, пахнет плохо? Устал? Вот только при... Это а не тот, который приехал, Кек, это другой. Это тот, кто переехал. Приехал перед ним, но он уже тоже очень устал. Блин, ребята, можно там Мэй спать хочет, может быть? Так, 57 тысяч калорий осталось. Это не очень хорошо. Я, кстати, должен что-то выращивать, я так полагаю. Первым делом мы будем выращивать кусочек мяса. Перевая тыква. Пускай созревает. Нормально. Мы ее не будем выкапывать. Ну что, бедняга? Попался. Снег. Ну, тоже покопаем потом. Кстати, есть автомат с едой так-то. Но он пустой уж. Интересно, он когда-то будет еще с питательными батончиками. Дау! Хитрый лис. Питательный батончик, наверное, мы тут уже больше не получим, правильно? Нейтроний. Что это такое? Так, 9, 9. Все, по плану они пойдут. Что у нас по воде? Воды немного есть. Вот здесь. Воды еще немного есть вот тут. Так-то мы их будем соединять по плану однажды. Скобочка желательно поскорее, наверное, соединить. Так мне кажется, это не совсем правильная планировка. Вот так получше, наверное, будет. Пик-пик. Все. Тут мы прокопаем. Это мы сюда сольем. Четыре. Ну, там был вариант какая-то фигня, которая слизь делает. Вот. Она бы тут появилась. Я не решился ее брать. В итоге взял другую. Почему мы все плывем здесь? Туда, получается. Может, у нас что-то тут не это? Блин, кстати, я, наверное, один из них выключу. Пускай они на одном тренируются. Так, конечно, у них батареи будет не хватать. ПКД. А сюда я хотел тоже охладитель поставить, потому что эти, по-моему, из температуры. Ага, ага. Все, поехали. Мы их сюда закинем, охладитель. Надеюсь, они... будут расти. Хотя там же говорилось, что нужно клеточку ставить вот такую. Теплоизолирую. Ага. Используется для постройки пола стен в комнатах, снижает скорость теплообмена между стенами, сохраняет постоянный уровень тепла. Откуда оно берет? Можно иначе. Я знаю, что можно ничего, но я не хочу, типа, чтобы оно в откат уходило попросту. На самом деле надо животинок брать, просто их... Потреблять лепсус. Так, блин, вообще здесь, походу, поддает, да, и вот эта штука подает. Может, они никогда и не вырастут. Но на самом деле, наверное, надо куда-то сюда их спускать. О, тут они могли бы расти.
и здесь могли бы, но они в углекислом, наверное, не захотят. А почему бы их сюда не посадить? Блин, а это было бы умом. Так, берем, значит, такую штучку. Агроклеточка. Пошли. Оп. Тут нормальная температура. Дополнительно прокопаем. Пускай бегут. У нас не зря же агроном. А я не знаю даже, сколько их надо. 24 или меньше. Но если их будет много, расходуется за цикл 24. Блин, ну да, проблемка. Мы 24 тысячи калорий уже расходуем за цикл. Правда, это дофига. Так, здесь 2, здесь у нас хорошее обилие просто водорода. Хотя он при этом не качает, наверное, потому что он довольно низко. Блин, надо было бы его, наверное, поднять. Хотя там труба заблокирована. Блин, или все-таки поменять местами? Так-то я надеялся, что это у нас будет основной забор. Но в итоге у меня здесь проблемка. Я его качаю. Точнее, не так. Я выкачиваю весь воздух отсюда. Сюда. Отсюда там периодически. Кстати, вот эту херню можно было бы, может, и выключить. Здесь, в принципе, ему нечего качать. Да, я думаю, его мы пока отключим. Отключим. Вот так. Вот эта штука надо. Открыт. Блин, ну слишком много пространства. Наверное, надо ее бы закрыть. Кто-то поднимется, та-та-та, он не пройдет. Хотя здесь вот есть немножко водорослей. Это мы можем забрать. Потом застроим. Короче, вот так просто застроим, и все. А что это? Я и сразу им скажу, пускай они делами занимаются. Тут водоросли, там водоросли. Приятно. Кстати, они бы могли соединиться. Так, ладно, неважно. А, хорошо, пластмасску я еще не дошел, но у меня есть идейка, как до нее добираться. Я так предполагаю, что мне нужно ставить выкачиватель, бутылку вот эту вот сюда куда-нибудь. Например, сюда, да? От него затягивать сюда, от него затягивать сюда. Смотрим, рабочая ли это схема. Пик. Пик. Так, что мы не прокопали? Мы еще не прокопали. Почему? Недоступно для копания. Потому что я дырочку оставил. Маленькую. Неплохо. Придумал. Так, пам-пам-пам-пам. Да, нормально. Даже лучше здесь. Чтоб сливалась хорошо водичка. Тут еще возьмем чуть-чуть. На эту фигню уже технология тоже есть. В принципе, нормально. По калориям. Так, 44. Это очень плохо. Мы уже мяско добыли. Мы мяско еще не добыли. Ой. А, так. Извините. Так, кроль монт. Сорян. Так, это у нас костюмчики бегают. Это не еда, к сожалению. Крабики — это еда? Что вы крабики даете? Крабушек. Защищает, теснота, здоровье, икра. Если на то мне землей, кучами гнили. Спрашиваем известь. Ага. Ага, ага. Угу. Рядом нет яиц. А здесь рядом нет яиц. Одна имеется. Этот будет кусаться. Этот тоже будет кусаться. Понимаю. Ладно. Так что это очень трагическая какая-то музыка. О, поехали.
Так, эту херню мы посадили. Так, возьмем паузу. Что у нас здесь будет созревать? Это по плану будет созревать. Алоэ вера производит... Это нам не надо. Ну, наверное, пищевое дерево. Это тут, наверное, не будет расти. Да, поехали пищевое. Блин, вообще... А, я не выбрал кек. Может, чуть меньше. Буквально на... О, вот так получше. Йо, это пускай они тут ставят. Повыше приоритете, конечно. Это чуть ли не единственная еда, которая у нас может быть... Будет расти. Хорошее ли это место? По кислороду, да. По температуре... Тепло. Так, а тыковку бы тут мог посадить. Поехали, попробуем. Ребят, свободных много. И что ты? Подкормка. Подкормку мы найдем. Здесь... Тепло. Ага. Блин, ему, наверное, надо умеренно где-то или тепло. Тут жарко. Да, тут жарко. Жарко им не подходит. У нас в основном везде жарко. Так, тыковка. Тыковка. А, блин, я мог почитать, пока они там это. Итак, кислород, да, это атмосферное давление. Ладно, температура от минус до минус. Ага, все, поехали. Талина легла спать в холоде. Ей же здесь крандец сейчас. Талина? Ты... Ну... И кислорода ей не хватает здесь еще. Так она поэтому... Упс! Талина, может быть, вы пойдете да? Это минус к Талина, да? Беги, беги, Каталина, беги! Фу, блин, это вообще на грани было, наверное. Ну все, она в порядке. Или что тебе надо? А, его этанолом надо? Ох, ёпроста, а где я мне? Ну тут есть этанол, вот тут есть. Ну и херня. Вы отдыхаете? 69к, 73к, нормально, чуток есть.
Блин, так я их неправильно поставил. Мне надо наверху их было ставить. Они, я не уверен, что здесь... А, ну они могут в углекислом расти. Но я бы не хотел, чтобы, конечно, мои челики сюда бегали, занимались этой фигней. Им же проще было бы по воздуху бежать. Почему я вниз попёрся? Тонула здесь нет. С другой стороны, какие у меня есть варианты? Я могу только отменить вот так. Вот, и сюда поставить поближе к тоннельчику. Тут вот он есть. Блин, интересно, прям вот тонул. Можно засунуть? Хотя не, лучше вот так, наверное, куда-нибудь. Оп-оп. И потихонечку попробую. Маленький сад, короче, тут получился. Мы будем, значит, тут деревья выращивать. Но, во всяком случае, они хотя бы будут расти. У нас тут 75 есть. Это, конечно, немного, но высший приоритет, пожалуйста. Вопрос. Стоит ли мне... Опа! Подкормка, это нормально. Подкормка, они смогут с этим справиться. Стоит ли мне куда-нибудь еще их засунуть? Наверное, сюда вот есть смысл, чтобы тут поближе было. Пик-пик. Они тут... Да, им тут бегать нормально. Даже лучше, чем там. А, блин. Поехали. Потому что у нас уже грязь как бы закончилась. Не очень круто. Практически закончилось. Да ладно, еще 9 тонн, нормально, еще можно готовить и готовить. Водичка, кстати, проблемка. Сюда мы не качаем. Ага. Ну и он сам тоже не капает. Ну ладно, ничего, тут большой довольно-таки объемчик. Просто прикол в том, что у меня еще и труба здесь, по-моему, разделена. Вот это сюда идет, бим-бим. Ага, вот, наверх не идет, да. То есть вот этот резервуар, он практически все, а это, по сути, только туалет. Вообще не очень хорошее распределение. Я бы мог, на самом деле, и соединить... Или же они соединены? Вот тут сюда. Не, они не соединены. Короче, если что, у нас есть вариант вот эту водичку туда перебросить. Но по плану, так как я вот эту штуку поставил здесь, и вон мы уже, по сути, готовы прокапывать. А, кек. Вот это прокопано. Менить. Так, нам тут надо, получается, прокапывать. Но она очень плохо будет сливаться. Да, придется здесь все строить. Для того, чтобы они могли построить, мне надо будет вот так вот выставлять. Так она по плану нормально будет сливаться. Итак, копать. Большой приоритет. Такой на семерочку. И здесь, естественно, тоже на семерочку. Шлюз я, естественно, открывать не буду. Это слишком опасно. Я его открою. Нам водичка в нашу питьевую зальется. Вот так.
это уже происходило. Блин, кстати, а что здесь выливает? Бам. Ну, короче, пробуйте это-нибудь. Что-то я тут, по-моему, находил где-то. Вот. Вот эта штучка. Раскопать. Чтобы доступ. Ага, завал. Требуется навык управления. Ожидаются раскопки. Стоп, что? У нас нету этого навыка. Непонятно. Ну, ладно, я думаю, они... Я поставлю на 9, просто чтобы посмотреть, придет ли кто-то. Вон, 9 человек свободны. 9 человек свободны. А, стоп. Это все, это уже стена. То есть направо мы уже не можем идти. Нихера тут угля есть. Надо ли он мне? Не знаю. Направо мы не можем уже идти, и налево мы уже не можем идти. Вот эта стена тоже здесь. Спасибо. По сути, у меня два варианта. Идти вниз. Ух ты. Замерзшие ископаемые. Интересно. Есть вот такое ископаемое еще здесь. Но тут проблемка. Маленькая. 1 212 000 микробов зомби споры. Я что-то не очень в восторге. Блин, ребята занимаются херней, да? То есть никто ничего не делает. Какие я могу предпринять шаги? Мог бы покопать немного вот этого вот дела. Нам пригодится. Так, ну это я не могу. Вот так вон, пам-пам-пам. Для этого лестница. Лестница им понадобится. Все, отчетненько. Это, конечно, отмена. Все, они тут покопают. Тут мы уже спускали воду. Тут могут еще тоже покопать. Ну да, а что? А что им стоять там? Вон грязь еще вроде как немного есть. Нормальная тема. Единственное, что понадобится лестница и наверх. Оп. Оп. Оп-оп. Все, занимайтесь, ребята. 9 уже не бездействует. Так, что у нас по кислородику? Все прекрасно. Кроме вот тут вот. Ну, это ожидаемо. Надеюсь, что никому она не понадобится. Нет энергии. Ну, ничего страшного. Навыки я не брал. А почему? Ну, блин. Чтобы, возможно, сделать вот эту штуку. Циклов довольно близко. Моральный дух остается 1, 2, 3, 4, 5 человек. Постройте великий монумент. Великий... А, безделье 2. Великий монумент, это я, по-моему, еще даже не изучал. Стопы, ребята, а вы... Еще нет, да? А, ну правильно, они же не могут добраться. Кек. Что тут? Загрязненный кислород? Ну, славненько. Что надо. Так, тут у нас растет... Бля, ну вообще хорошо бы, что пока мы сами себя растениями обеспечивали, а то не сильно круто. Растут они в кислороде, температурка тут нормальная. Ну ладно, сейчас мы хотя бы вот эту клеточку раскопаем и узнаем, можно ли их вообще тут садить. Или все-таки надо там... Крепко. Так, что мы там раскопали эту штуку? Кто-то пошел? Никто не пошел. Завал. Отменить раскопки. Нахера мне это делать? Ну ладно, я посмотрю. Под древним существом необходимо рассказать все жали. Часть ископаемой, которая осталась как рода огромного существа. Изучив весь скелет, можно получить информацию, которая даст доступ к новому ценному ресурсу. Это не отсюда. Ясно.
По-моему, у нас может такого навыка и не быть. Раскопки, завал. Погнали, посмотрим. Что это вообще? Это вообще отдельный навык как-то. Супер-рытье, супер-пупер, гриль-готовка, гениальное искусство. Кстати, вот гениальное искусство, если у кого-то у нас будет, это для ачивки же надо. Поэтому надо всех проверять. Ага. Астрономия следует. Вот, гениальное искусство хочет человек. Держи, человек. Будешь ты у нас искусствовед. Надеюсь, это не вы, Макс, кто там один из пятерых недовольных положением дел. Макс? Макс, 24, идеально. Вот, Госман мы не можем. Ага. Мэй. Ну, Мэй только приехали, они там, они, надо чуть подождать. Население 12, кстати, для этой штуки надо. В принципе, у нас в два раза больше, это немного перебор, да? Но это в основном в чем перебор? По калориям мы будем проседать без нужды. Такое. Недостаточно уголь в режиме ожидания. Ого, а откуда у нас здесь с водой такие приколы берутся? Что за херня? Почему у нас здесь все внезапно в воде? О, это ртуть! О, нет! Это не очень хорошо. Ёпарасы-ты! Слишком много воды. О, нет! Открыть! Ё-моё! Откуда она взяла машу? Где-то накапливаю эту херню, и она расплавилась, потому что она не в той температуре. Да, это проблемочка. Так, это вообще тут не хранится. Вот славненько, иди нахер. Иди нахер. Блин, накопал. Ёпарасы, она вся расплавилась. Ну, если она не будет на них по-плохому влиять, правильно? О, давай, заливай насос, правильно. Почему бы и нет? Так, все, никакой энергии не осталось. Классненько. При этом оба насоса... Нет, стоп, один насос работает. Так, надо посмотреть, что-то мне не нравится это разделение. Так, этот насос, он заряжает эти батареи. Он качает эту воду. Он дает насосам работать. Ага. И что? Что здесь? Что ему мешает? Один насос он качает. Так. Жидкости он качает два насоса. Воздушных, наверное, слишком много. Да. Ну ладно, этот надо. Этот типа надо. Но вот этот на самом деле основной. Блин, походу надо переделать схему. Но эта херня, по сути, в холостую работает. Вот этот, вот эта штука. У меня, во-первых, много ушло. Вон оно тут. Тут оно, там, сюда кусочек. Ну, тут мы удержали, сюда ушло. Вот. Поэтому схему, я думаю, чуть-чуть буду переделать. Вот этот у нас глупая затея. Судья сюда, если что, выкачиваю тремя насосами. Вот этим и вот этим. Выкачиваю сюда. И на самом деле только одним фильтром использую, потому что я подумал, что зафига мне тратить на него энергию. Так, о, здорово. Просто всех недовольных.
Хорошее замечание. А у нас есть... А, стоп, а как мне смотреть? Мне надо вот через эту штуку, да, смотреть навыки. Нет, не навыки, а описание. Моральный дух. Госман. Так, стоп. Раз, два, три, четыре. А, это может и не надо. Вот их уже четыре, а было пять. Сейчас они исправят свои взгляды. Да-да-да. Мы там только приехали, это тоже только приехало. Вот, по-моему, они вот это все новички. Ну, кроме Макс, собственно, и так справился. А, вот, посмотрим, что им надо вообще. Госман. Что вам нужно, Госман? Поехали, погляди, может, ему шляпу какую-нибудь дадим, и он такой, вау, вообще классно. Госман, шляпу хотите какую-нибудь? Ага, это один и один. И да, классненько. Ну ладно, Госман, давайте попробуем, вам дадим сердечки. Ага, плюс один и плюс три, классненько. Понимаю. Плюс 11. Блин, вообще-то это очень полезный чел тогда. С плюс 11 он будет тут нормально набалтывать. Готовка, гриль. У нас вроде бы есть специалисты. Ну ладно, пока остановимся. Так, Макс, это самое, я забыл. А кто там еще был? Амари? Нет. Ари? Нет. Написание калорий. Калорий. Госман Мэй. Вот, Мэй. Что вы хотите, Мэй? Что вам надо? Как решил, у нас недавно вы полезный такой член нашего маленького сообщества. Ну давай, мы. Может, у него шляпки не было, и он поэтому такой недоволен. Кто тут еще остался? Девон Ашкан. Девон Ашкан. Поехали. Ой, Девон. А, тоже без шляпки, никуда не годится. Держите вам сердечку, вот вам шляпку, и остался один чел. Вот этот самый чел, тоже без шляпки, никуда не годится. Так, снабжение перевод. Угу, угу. Создание лекарств. Угу, угу. Плюс один, плюс один, плюс один, плюс два. Понимаю. Дайте вам тогда шляпу, надеюсь. Вы теперь, кстати, на правильном пути пойдете. Так. Ну ничего, водичка у нас тут, чек. Здесь я что хотел? Ага, хотел попробовать эту херню сделать. Да, поехали. Трубы я провел. Пам-пам. Ага. Так, жидкость. Только нектар. Вот, посмотрим, побежит ли кто-нибудь забирать этот самый нектар. Стоп, они уже кто-то убрал его, кек. Сюда мы можем попробовать семечку засунуть, которых у нас не осталось. Славненько. Можно собирать. Так, можно собирать нектар. 91%. Не, я думаю, это про дерево идет речь. Холодно. Плестячок, а что же тут грустишь? Лапочка такая. Можно собирать. Во, вот это вот нам надо. Блин, ну они что-то не сильно хотят сюда идти копать. Понимаю. Тут же тепленько, да? Угу. Ой, тильт. Ладно, у нас исследования идут. Нажение места. Да, исследование идет. Водичка, чек. По кислороду что? Порядочек. Бля, я, конечно, могу вновь их просто соединить. Вот. Чтобы они просто работали. Блин, они тоже не работают так-то. Поехали тогда этот включим. В нем-то уголь есть. Блин, уголь надо тоже тогда еще покопать, получается. Магматическая порода. Железо. Обсидиан. Так, во. Па-па-па, минерал, пик. Так, песчаник, осадочное, песчаник.
ископаемое. А, стоп, а может это расходуемая руда? Хлорный камень. Уголь. Опа! А, ну это, да, это тут мы не можем. Тут мы не хотим. Ёпрасте, у меня реально его довольно мало. Да. Вот там вот он есть. Здорово! Ёпрасте. Он все это время прям тут был. Сюда я не хочу. По понятным причинам. Не особо могу. А вот это мы сейчас все быстренько... Хлор. А, ну ладно, нет. На самом деле вот тут-то мы запросто проходим. А, нет. Нихера. Он же... Ну, я бы не очень хотел здесь этот хлор открывать. Он сразу же к нам туда-то пик. Ну, вот хоть малюсенький кусочек пик. Хлор. Водород, кислород. Блин, тут всякой ерунды вообще много. Но в основном хлор. Так, ладно, посадили они? Не посадили, я забыл сказать ему. Кек. Держите, ребят. Покушать. Попробуем. 52. Ну да. Так, по плану, из-за того, что я их вновь соединил, они сейчас будут это самое ломать. Красненький. Ну, бывает так чуть-чуть. Ну что, если что, мы их рассоединим вновь. Вообще, надо будет вновь что-то... А, да, кстати, я же хотел переделать схему. Главное, самое вот эту схему переделать, потому что мы в основном сюда тащим. Вот, поэтому вас мы сюда ставим. Вы, кстати, можете уже не качать. Так, клетка воздухопроницаемая, на всякий случай, чтобы ему легче было качать. Лесенку сюда, чек. Эту лесенку разобрать. На эту трубу. Так, стоп, перед трубой мне надо поставить фильтр. Ага. Ба, чек. Так, ставим трубу, подключаем электричество. Так, еще придется крепко его проводить. Ой. Так, какая куда? Хорошо, вот эта труба, она на рабочая. Ну да, правильно, ему все время не хватает, он поэтому и не качает. Угу. Этот выключил я. Так, выключаем и вас пока что. Я на тревоге выключил. Скользкий углекислый газ, необработанную нефть. Ни хера себе, личинка. Тут такое даже есть? Блин, вы эту ртуть не хотите повытирать? Так, личинка, я бы хотел ее куда-нибудь в другое место переместить. Где бы я хотел, чтобы она лазила и нефть необработанную выделю? В углекислый газ ей надо. Вот, тогда вот мы ее попробуем сюда переместить. Это я, наверное, уберу. Так, выключить, выключили. Стоп, а насос я оставлю. Я вот эту херню разберу здесь. Холодная моля. Вот мелкая.
Ну, отсюда можно было бы выключить. Хотя тут такая себе херня. Недостаточная выработка, говорит. Не-не, все пока нормально. Исследование пока не идет нормально. Так, все, пока они там соединяют, мне надо будет немного прикинуть. Итак, они качали вдвоем вот сюда. Теперь я бы хотел, чтобы вот этот при необходимости качал вот туда. Блин, ну эта труба очень херово тут идет. Не, эта труба не будет для этого использоваться. Для него мы, наверное, другую сделаем. Так, вообще она очень плохо. Ладно, неважно. Сейчас, так, вот эту трубу мне нужно подключить. Да, вот эту трубу мне нужно подключить вот сюда. Как я это сделаю? Мы ее отсоединяем от этих. А вот это, кстати, она и будет. А это у нас по плану воздух качался. Да, это воздух качается. Лишний, который... Так. Значит, фильтрованный газ пошел вот здесь. Выставляем загрязненный кислород. Ого. Прикольно. Водород. Водород. Чек. Так, и газ, который я бы хотел скидывать вниз. Водород, 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 водород. Газ, который я хотел бы скидывать, это по плану, если что, в крайнем случае будет кислород. Мы его отведем вот так. Нет, не очень как будто. Ага. Бля, они так построят, вроде построят. Строю лесенку вниз, опустим. Так, этот накачивает сюда. А ты, блин. Ладно, я могу через мост его поставить. Оп. Все, если что, он будет так вот пших-пших. Лесику дублируем, чтобы они достроить все это могли. На всякий, не знаю, надо ли. Так. Так. И поехали. Вот мы сюда выкачиваем вот с этого насоса. Этот насос нам надо будет разворачивать. Это тоже нам надо будет разворачивать. Блин, вот бы все эти трубы... Просто подсоединять, наверное. Оп-оп. Бля, может просто взять все тут сломать и все? Да нет, проводку потом заново проводить. Так, все, я на всякий случай все подсоединяю, чтобы они ни в коем случае там вот по мостам этим куда-то там не потянулись. И будем заново просто все эти клеточки соединять. Окей, вот это хороший газ. Вот это вот он. То есть мне тут надо два мостика поставить. Мостик номер один. Мостик номер два. Все, с этим разобрались. Так, теперь мне нужно, чтобы на этот клапан шли вот эти оба насосика. Безо всяких там мостов. Давайте-ка мы их разберем на всякий случай.
Мне там не запороли направление. Так, и соединяем, значит. Ах ты, блин. Да ладно, пускай мост доломают, я пока этот соединю. Оп-оп. Ага. А, так стоп, а я его и на мост и не пускаю. Все нормально. Опа. Все правильно? Правильно? Вот, вот сюда мы, короче, откачиваем, если тут будет. Ну, пока мы можем выключить его. Мы откачиваем, если тут накапливается, например, тут накопился, мы его включим, он потащит туда. Здесь он уже и так накоплен, плюс он по плану и должен будет дальше накапливаться. Вот. В принципе, тут довольно-таки сложная схема, но оно на самом деле все открыто. Достаточно удобно им должно быть. Вот. При этом у нас хороший кислородик опускается, все четко. Кстати, вентилятор одну клеточку в итоге смог. Хорош вентилятор. Почему дерево? Сади. Так, ребят, давайте повыше прилетите. К нам жрать скоро будет нечего. В скобочках, вам жрать скоро будет нечего. Мамоты, к сожалению, закончились. 46 тысяч. Ну да, ожидалось. Так, незадачный тоннел. Ну да, блин, но я типа им сказал, идите копайте, но они чуть не пошли копать. Можно собирать. Так, это я кого собираю? Это я собираю нектар или древесину? Кстати, там же эта херня. Ням-ням-ням-ням-ням. Мы замкнули схему, нет? На хранение 59 килограмм. 59 килограмм кого? Кого мы храним здесь? Там кого надо? Как мне посмотреть? А что мы тут храним? Ладно, по плану это нефть хранится там. Так, у нас кабеля еще не начала ломаться. Батарейки по-прежнему на нулях. Классненько. Ну ладно, пока вроде не ломается. Угу, поймаю. Так, что я должен сделать? Я должен исправить эту ситуацию. Как я ее исправлю без угля? С помощью природного газа? Ну, да. Вон, мы тут, кстати, в кислороде нормально. Ну, хорошо. Природный газ. Поехали. Так, что я буду? У меня тут он был? Да, у меня он тут есть. Какой у меня есть вариант? Я могу сюда закопаться нормально. Ставить парочку хороших красивеньких дверок. Базать насос. И просто надеяться, что он будет засасывать. Провести такое небольшое 9 безделий. Да ёпрсте. Безделие 9. Чего они сюда не идут? Понял. Не круто. Блин, ли открыть этот дурацкий хлор? Да не, хлор, блин, мне его вообще никуда девать. Может их поставить? А что они бездельничают? Если они бы могли в это время прекрасно покрутить велосипед. Кардио очень полезно. Давайте, давайте. Тут у нас кислород. Во! Прекрасно, получайте удовольствие. Так, заодно нам бы рассоединить их на самом деле. Тут довольно жарко им будет крутить.
Ну, тут вроде как симпатичное местечко для этого дела. И с кислородом как раз, да. Но они, правда, тут не залезут, кек. Но я тут могу раскопать, если что. Да, вот тут мы раскопаем. Так, мне надо так. Оп-оп. Всем бездействует. Да, что я мог сказать. Итак, они пошли копать. Славненько. Сейчас мы будем пытаться сунуть сюда кучу дверей. Мокрые ножки. Ну, бывает. Еда не в холодильнике. Понимаю. Так, кстати, а мне же надо их подключать сходу. Правильно? Вот эти велосипеды мы на это кинем. Вот эти велосипеды мы на это кинем. Так-то это будут разные через пару секунд. Вообще, лучше их, наверное, заранее. Я по этим вроде холодильникам отсоединял. Пом-пом. Вот одна. Вот вторая. Да. Так, и вот, сейчас они сюда ставят несколько велосипедиков. И будут. Педальки. Оп-оп. Правильно, а что они едят? Вон калорий нет. Два дня осталось по калориям. Что-то там они, конечно, производят, но я хз. Сколько эта штука растет? 75. Нормально, кстати. Вообще тут она как-то хорошо так растет. Вон они сейчас ее придут собирать. Блин. Что-то мне это место нравится. Тут как будто им очень нравится эта атмосфера. Поехали-ка мы тут чуть-чуть больше посадим. Чтоб четко было. Кстати, в колбу. Интересно, почему это не на первом приоритете? Девяточка. Может они. А, вот они. А, довольны, да, кремень. Это вы, это вам. Это все вы. Ну, молодцы. Что-то там сделали и пошли спать. Нет потребителей энергии. Что? У меня батареи там и там есть. Чик-чик. Тын-тын-пам-пам. Ну вот. Батареи это не потребители энергии. Разряженные. Хотя я не понял. Так, и сюда мы, кстати, прокапываемся потихонечку нормально. Эта штука помогает с кислородиком, это приятно. В итоге они тут, ну, более-менее нормально могут бегать, копать. Так, что мне тут будет? Маленькая... Так, ставим туда маленькую дырку. И энное количество шлюзиков. Транзит, труба, соединение, транзит, присоединение. Прикольно. А, пластмасс. Закачанная с помощью труб. Так. Начнем мы, наверное... А мне ж три не надо. Мне и две хватит. Ну, в смысле, три клетки. Мне и две хватит. Но тут, с другой стороны, железо. Ну, железо это приятно. Да, пускай копает. Тут застроим другой херней. Раз. Может быть, так его... Да, я, наверное, так его вниз поставлю, эту штуку. А. Хлор. Ну, блин. Сейчас разберемся. Как в пустыне. Блин, ребят, ну протирайте эту лужу, и все будет нормально. Так, деревья, они, кстати, потихонечку... Ага, ага. Сюда, ага, ага.
Ну, вообще можно. Блин, ну этот загрязненный кислород, он... А, так он везде. Чё? Поехали. Блин, так можно было, я не знал. Занимаюсь тут ерундой всякой. А, стоп, может быть не сразу. Да, я, наверное, сразу и застрою ее нормально, чтобы там вот. Никуда, никто сюда не торопится. Бля, ну им далеко сюда бежать. Нормально, наверное. Во, пошли велосипеды крутить. И тут крутят. Ну, прекрасно. Раз тут эти растения не растут, можно их, наверное, разобрать вообще. Смотреть какую-нибудь другую съемочку, будет ли она расти. Если нет, поставить сюда еще велосипеды, чтобы они, главное, херню не занимались. Кардио занимались. Так, 38. Угу, угу. А. Так, вот это нам бы перенести надо было бы. Чтобы они ее использовали в первую очередь. На водоросли. Так, в итоге вот, вроде бы нормально работает. Этот пока отключен, он накапливает. Этот пока отключен, он тоже накапливает. Да, некоторым вроде это вейс, что тут куча трубы, но она из песчаника, его до хера, в принципе, вообще по барабану. Песчаник. Да, его довольно много, в принципе, неважно, что оно тут так вот не очень красиво выглядит. Главная функциональность. А, она есть. Вот он. Ага, сюда. Ага, сюда. Ага, туда. Все нормально. Здесь по плану периодически будет попадаться кислород хорош. Вон он пошел набалтывать. Вот. И самое главное, конечно, водород. Водород вот он нормально забирает, ставит в трубу. И на завод. Кстати, водород еще и отсюда уходит. Тут тоже его бывает нормальное количество. А побочный кислород, который нахер никому не надо, в скобочках, именно он и нужен, идет на вот эти парочку вентилей. Пам-пам. И отсюда, соответственно, он идет вот сюда. Именно поэтому вот так это выглядит сейчас. В принципе, приятно. Так, этот хрен созревает еще? Созревает. Блин, может закрыть его, чтобы он не свалил? Хотя, с чем он там питается? Углекислый газ, выделяющий необработанную нефть. О, блин, так, это его дом. Сейчас мы только тут раскопаем еще, чтобы он необработанную нефть вниз складировал. Вот. Можно включить, кстати, проверить, работает ли эта байда. Как надо. Так-то у нас 79 на хранении. Так, все, можно собирать стебли производительности. Производить нектар. Ну, видимо, еще нельзя собирать. Я не знаю. Семя конфетного дерева. А, вон они потихонечку пытаются раскопать. Ну да, давайте, блин.
копать. Причем надо посмотреть, что здесь. Тут, в принципе, уже угол. А насколько высоко, интересно, оно идет? Хер поймешь. Тут карты такого нет, да? Ой, куда это нажал? Не понятно. Так, исследование завершено, но они же там в очереди были, да? Ага, ага, все нормально. Всякое там изучаем. Маринованная чек, ледяная булка чек. Грязь. Грязь, кстати, на исходе. Да, сейчас надо, наверное, 5 тонн осталось. Ну ничего, я вон на эти клеточки расставляю, как раз не понял, температура тела. Ах ты, ёпрест, тебе уже здесь жарко, да? Тогда направо поем. Так, а тут не сильно холодно будет? Наверное, до сюда норм. Так, стоп, им же 3 надо. Во. Так, эти не растут, эти не посадились. Ах ты, ёпрста, я же тут наверняка жарко будет, да? Не факт. Может, оно отсюда подтягивало? Сейчас. Я не буду тратить все семечки, ну, я не буду все семечки садить, пока не увижу, что оно тут растет. Вот это нет. Давление, говорит. Тут, в принципе, две двери. Я, если вот эту клеточку разберу, может, с давлением получше ситуация стоит. Кстати, казалось бы, вон здесь какое количество вариантов для воздуха, но нет. Но двери мне здесь надо, чтобы кислород не уходил. Блин, да, я что-то пас, наверное, здесь ставить. Хотя вон они подрастают потихонечку. 7,7. Сейчас, надо посмотреть, давление появится, вот этой плашкой. 78. Да, оно растет, так. Кстати, тут водичку можно забрать. Наконец-то воду начал качать нормально, а то там что-то совсем медленно шло. Значит, можно, в принципе, открывать. Как ее лучше открывать? Это что такое? Вода. О, прикольно, нормальная вода. Не знаю, достают они или нет. Я поставлю лесенку. Наверняка достали. Что, рыба жарко? Блин, ну ладно, давай. Ну что он, блин, жарко, ему грустит. Ожидается атак. Беззащитное существо. Блин, сорян, существо. Я не понимаю, как он в эту ловушку попал. Я ее заставил, чтобы вода здесь стекала. В итоге он в нее попал. Никуда не годится. Так, стопэ. А я ведь могу вот этот уголь забрать. Hello. Бля, кишпоть мокрый, недовольный. Ну, что поделать. А, это вы там слизь свою, да? Ну, да. Так, пришла Фрея. Блин, Фрея, вам бы в другую конец ходить. Чего вы сюда ходите? Ходите, Фрея. Блин, вы что, мне предлагаете его шлюз открыть, чтобы они там не ходили? Поехали. Так, а я шлюз здесь открывал, чтобы лишний ушел. В принципе, его можно на автомат поставить.
кусочек мяса. Подмести. Спасибо. Так, забирайте уголь, это все классно. Так, я надеюсь, это калории. Калории было бы неплохо. Предмет. Ну хорошо. И что он? Зачем он мне? Веселист. Это широколистное домашнее растение, используется для украшения жилых помещений. Забавное покачивание широких листьев зеленых часами. Развлекает тех, кто очень хочет развить скуку. Веселист может вызвать смех и радость, ему не светит карьер комедиант. Поднимает с моральным духом. Это хорошо. Мне понадобится. Так, ребят, давайте притормозить. На стены. Нет, или просто цветочный горшок. На стены цветочный горшок, наверное, да? Ой, как же тут все мерзко. Ёпперсте. Так, ну допустим, цветочный горшок в этом отвратительном местечке. Сюда он что-то не хочет, как будто. Эй. Во. А с чего его будут делать? Из золота? Вы прикалываетесь? Давайте мы все-таки с металла его делаем. Так, может быть, в спаленку мы кому-нибудь засунем его. Вот, прекрасное местечко. Не уверен, залезет ли он. Ну, посмотрим. Так, тут массажный стол. Штол массажный. А, так сюда он и заходит. Во, спаленька. Ну, тут, конечно, космическое место просто Машечки. Да, было бы неплохо, чтобы эта штука работала. Кстати, она работает? Содержит опустошить. Так, я не понял. Куда он... Так, мы туда закачали, сюда выкачали, и что? А как мне его... Куда они там бегают? А, они же сейчас все тут не закончили. Угу, угу. Сейчас они идут копать. Блин, они не идут копать. Ёпрестэ. Может быть, мы это сначала тут... Ля, так тут... Ого, ого. Водоросли. Блин, ошибка была допущена. Это пока, наверное, подождет. Пускай они тут все доделают. Поподметать здесь мы потом сможем. Грибы мы пока не выращиваем. Угу, угу. Сюда им ходить, по сути, не надо. Блин, я, наверное, сюда поставлю дверь, чтобы у них не было мотивации в водород. Хотя здесь довольно много этого водорода. Я бы мог сюда насос поставить. То этот он простаивает. Этот, это, кстати, может поработать чуток. Потому что этот уже пустой. Да, я, наверное, сюда поставлю насос. Ну что, насос, поехали. Ой. Вот так получше. Так, мне надо раскопать здесь. Под ним подставить так. Раскопать еще здесь, получается. Так. Повели трубу. Извините. Ой, ну что вы там через то место пошли? Смешные. Так. Оп. Все. Это четко. И... Ну что-то там стало и дышит. А, ну ладно. Он пытается. И вот это вот тоже сюда. Все, мама.
Батареи, кстати, подзарядились хотя бы здесь немного. И здесь, кстати, тоже немного подзарядились. Приятно. Но это еще может быть связано с тем, что они на велосипедах там подкручивают энергию периодически. А я и не против. Калории-то они потребляют. Ну, пускай они их и тратят. Так, этот насос работает. Этот уже, наверное, в холостую типа работает. Хотя, блин, может его просто повыше. Да, я его повыше подниму. Будут у него хорошие шансы, что он... Что надо будет забирать. Так, а ты отключить? Да вообще разобрать, нафиг-то надо. А вот на насос, так, пам-пам. Дезодоратор. Ну да, пускай помогает. Как может, блин. Этот я включил, но автоматическая сеть, потому что батарея заряжена. Ну вот и славненько, ничего не ломается. Кстати, а в горшочек надо проверить, залезет ли Василис. Не залезет. Места нет. А ты, блин. А что залезет? Эта херня. А тут ничего не залезет, кек. Он все-таки должен иметь место. На одну клеточку хотя бы вверх. Так, а где-то я ставил. Во, одна клеточка вверх. Чек. Я еще оставил. Созревает все еще. Блин, вот такую штуку, если бы их тут побольше, было бы нефть. Классно. Я не совсем понимаю, нефть она будет, наверное... А, ну правильно, она будет жидкая, разлитая. Мы пришли, собрали, все четко. Вот тут мы можем, кстати, раскопать, и тогда он поместится. По-моему, я еще в этой самой... Ага. Так. Кто тут может еще расти? Температура до 30. 35, понимаю. До 85 температура. Опа! Атмосфера за газообразный хром. Охо. Вот, вот эта штука растений, с которой можно посадить волокно. Поехали. Хоть что-то здесь будет расти до 37. Это по ходу корчевания можно делать, да? Угу. Упс. Блин, вообще, может быть, есть смысл его сюда хотя бы поставить, пускай он тут работает. А, туда он не станет. И сюда он тоже не станет. А зачем у меня здесь... Стена такая. Пускай вот тут они втроем станут, будет нормально. Блин, может быть, мы это мы начнем им одежду шить, и они начнут веселиться и радоваться этому крепко. Было бы мило. Да? Так, все, этот насосик накапливает, этот что-то пошел. Что на нем не стоит эта херня. Я тогда включу, они когда подключат, все будет четко. Ну, вообще, у нас, конечно, тут много велосипедистов. Нам эти ваши водороды нахрен не надо.
Это лучше отключить, чтобы оно на мощность. Хотя она не работает, по плану на мощность влиять не будет. Да, в итоге пока даже не пробрались. Блин, может повыше приоритет поставить? Второй цикл. Сюда. Чё-то подумал, я влево тут не буду копать. Там уже этот газ. Все четко. Чек-чек. Исследование завершено. Исследование завершено. Так, что вы хотите поисследовать? Животноводства у нас нихера нет. Ну и понятно. А, статую я хотел посмотреть. Какую-то там надо большую. Мраморная глыба. Обозначение декора. Основной монумент. Середина монумента. А, вот этот монумент именно надо, да? Я понял. Ох ты, ёпрст, это прям все. Прям все, серьезно? Да, это монумент, понял. Я с них понятия. Ну, давайте изучать. Что я могу сказать? 52 тысячи. Мы, кстати, по калориям хотя бы вниз не падаем. Уже нормально. Итак, цветочек, весели. Весели, цветочек. Ох, как же они сейчас будут веселиться. Жестко. Тут будут веселиться. Там будут веселиться. Еще у кого-то, по-моему, в спальне будет веселье. Вот здесь, может быть. Тут ломать придется, я, наверное, пас. Лучше мы такую херню продублируем. Максимальный декор. Кстати, он же прям на двери построит. Зачет. Ну, чел, конечно. Своя собственная эта штука там вообще крутой. Жаба еще не проснулась? Нет. Так, стопэ. А хотя нет, что стопэ? Не выбраны семена. Сейчас повыбираем. Чек. Чек. У нас по грязи. Грязи осталось 2 тонны. У-у-у. Не понял, давление? А, подкормка. Ага. Ага. Так, загрязненный кислород годится по плану. Опс. Углекислый газ. Но тут не углекислый газ. Что тут типа углекислый газ? Я бы ее мог вниз тогда поставить. Сюда. Хотя, блин, он может быть закончится. Так, стопы, а тут углекислый газ. Извините. Лайвер, пускай все что-то там делает. Кстати, мы бы вот могли пшеничку еще собирать. Семена, они бы тут росли. Да, кстати, по поводу вот этой херни, они ее, я так полагаю, не добра... Угу. Thank you.
Ну, что я мог сказать? Ну, и все. Ой, разгахались. Ну что, филен сгонял, забрал. Без моей просьбы даже. Хорош, хорош. Так, исследование продолжается. Выйду в стекла. Красота-то какая. Блин, а я не посмотрел, что ей надо грязненькая водичка. Ну, у нас по плану тут есть вариантики ее собрать. Ох, ты ж эти собаки. Что-то они эту херню вообще не торопятся строить. Ну, это ничего, тут пока водичка чуть-чуть есть, конечно. Ну, я предпочел заранее ее спустить. Потому что иначе газ может уйти. Хотя, стоп. Наоборот, надо же газ сначала. Все, тогда с этим мы вообще не торопимся. Повытираем еще этой прекрасной водички там всем. Сюда бы нам еще не помешал агрегат. Пок. Что это такое? Вообще надо ломать. Так, кто приехал? Давайте, кто? Что? Точнее, что? Целебная таблетка. Сюда. Личинка, еще одно яйцо. Интересно, сколько их было? Что-то я не понял. Мы вроде одно забирали. Не понял, а это что здесь делает? Слизь. А ну-ка. А, ты там типа перемещаешься. Никто не торопится, да? Ну да. Ну действительно, почему бы и не позагрязнять кислород. Блин, слизь, ну я просто... А я не могу приоритет поставить. Кстати, это количество воды они не смогут, да? Ладно, я на самом деле им дофига дал этих самых распоряжений. Вон они уже там стрессовать начинают потихонечку. Непонятно, почему вы стрессуете. Видел, друг? Кайф. Голод. Так пойдите поешьте. Вон еще есть калории какие-то. Так, сюда они зато прорыли. Молодцы. Это зачет. Только сейчас вопросик. Как бы мне это все не запороть? Две двери. Одна из них, если я ставлю в самом низу насос, работать не будет. Смысл передвигать дверь или смысл... Насос другой, все-таки в тот угол поставить. Это количество газа мне не сильно волнует. Хотя, с другой стороны, забрать. А, ну тут хлор там еще пойдет высасываться. Не, это мне не надо. Более того, учитывая прикол эти с хлором и так далее, отсюда, наверное, лишний газ будет сюда же и идти. Как бы что ни вышло. Так, тут они же прыгать не смогут, поэтому... Надо пока поставить лестницу, чтобы они тут смогли подметать. Целесообразно ли это?
Так, это неправильно, наверное, да? Надо же, чтобы она, типа, вот тут шла, не под дверью. Ну и подметайте, ребят, потихонечку. Не, блин, слишком близко они стоят, им подальше надо будет. Одна открывается, другая. Короче, неправильно. Надо две клетки минимум, видимо. Ха! А, стоп, поломаю. Молодцы. Так. Пык. Одну. Ну, вторая тут тоже бы. Плюс я, наверное, прокопаю сюда чуточку. Тут уголь как раз. Чтобы, если что, этот излишек газа какой-то там минимальный имел возможность тут потусить. Так, эти прыжки мне не надо. Мне надо, чтобы они четко бегали. Лестница нужна, чтобы воздух тут нормально циркулировал. Хотя я бы мог, конечно, поставить эти клеточки, но нафига не надо. Так, что у нас там, пока мы тут играемся? Порядок, 38 килокалорий. Непорядок. Ну ничего, они на велосипедах крутятся, им можно поесть. Так, ребята, вы типа справились, да? Понял. Давайте тут докопайте дырочку маленькую. Все это поподметаем. Так, за то, что их две, это еще и хуже делает. Я сразу в одну разберем. Ладно, в принципе, можно уже вести сюда и кабель. С чего я его делаю? Из меди. Похрен железо пока пойдем. Ой. Так, стоп. Это какая ветка? Это верхняя ветка? Нет, это нижняя ветка. Блин, а мне до верхней реально довести? Ну, в смысле, до правой мне реально довести? Не, нереально. Ага, ну, херня. Так, тогда я попробую это по-другому сделать. Мостами. Она и так желтая уже, если на ней сейчас еще и это будет, и там это нам не надо, это сейчас поломается, но это ничего страшного. Кеп, уже металл закончился. Оп. Так, и вот мы уже почти пришли.
Оп. Во, все. Так будет на второй. Нормально. Ну и эту херню мне тогда тоже ко второй надо подвести. А, она на первой. А мне не надо, чтобы она была на первой. Я просто, а это будет непросто. Так, отключить. А, металл закончился обработанный. Юпс. Лепешка кроем. Можно из золота поделать его 32 тонны. А, железо 48. Все, вопросов нет. Надо и второй тогда включать. Раз они с такой низкой эффективностью, чтобы они хотя бы вдвоем. Так. Ну хорошо. Ну тут осталось чуть-чуть поподмести, но на самом деле, в принципе, то, что надо, они уже сделали. Итак, ставлю я сюда газ. По плану он поднимется, так же, как и вот здесь вот он. Ну, это с хлором, правда, но тем не менее. Расчет на то, что так же будет. Ставим, значит, мы сюда насосик. Шпак. Давай, он так тут ничего лишнего не сломает. Давайте-ка мы чуть опустим. Исследование завершено. Молодцы. Все как. Все будет нормально. Я думаю, вручную, скорее всего, будут двери закрывать. Может быть, и их даже будут вручную передвигать, чтобы все четко было. Так, с вентиляцией. Газовая труба. У меня ее в любом случае вот так вот тащить, поэтому... Поэтому... А, кто? Надо посмотреть, что та штука еще хочет. Эй. Так. Тут, конечно, лучше вниз не спускаться, поэтому, чтобы они подчинились, что там что-то. Короче, в общем, на всякий случай лучше так. И мы его заводим вот сюда. Правильно? Все, пока это делается. Так, что у нас? Ну, естественно. Что там, кстати, личинки? Пока ничего. Личинки еще одна. Копатель сюда прибежал. Каков? Зрение отключено. Да? Почему? А кто тебя отключил, строение? Рая, клапаны можно закрывать. Тут прикол, никто бы не подумал. Да блин, а кто сливает сюда соленую воду, ртуть? Кто это делает? Я только хотел, чтобы они сюда грязную воду сливали, а не соленую ртуть. Я просто, вот такие... Я не понимаю, о чем речь. 2%. Ванная по расписанию хороши. Так, Фрей, вы тут вообще-то не должны слишком долго тусовать. Так, это готово. Ставим сюда насос. Так, стоп. Мне же надо еще фильтр поставить. Пом-пом-пом. Газовый фильтр. Так. Значит, я его... Ага. Сюда будет фильтрованный газ идти.
Блин, ну это я не очень хорошо поставил. Отменить строительство. Вот так, наверное, даже лучше. Газовый насос. Чек. Клеточки. Чек. Так, вентиляция. Оп. И это тут вот газовый мост. Блин, мост не хочет сюда лезть, кек. А что, как же мне его? А, может быть, что типа тут еще не раскопали. Недостаточно ресурсов медь. А, можно не из меди построить? Блин, ребят, ну я вообще-то выше леса думал строить. Давайте-ка. О, железо. Оп. На экране происходит какая-то... Здорово! А, так, кстати, между прочим... Бегает. Хорошо поел. За 9000 килокалорий съел так-то. Нормально. Может быть, не максимальное, конечно, удовольствие там. Но работает, вот, спит. Все четко, никаких этих самых... 2 калории у нас, кстати, осталось. Здрасте. Никто у нас будет, значит, ответственен за это. Это мы не построили, потому что у нас грязь закончилась. А, у нас, в принципе, грязь закончилась. Вот эти холодильнички пустые. А эти холодильнички что хранят? Барбекю 0. А что мы в них храним, простите? Лекарство от аллергии хранится. Классненько. Грязи корень есть. Все. Найс. Садитесь, веселись, тогда веселитесь. Так, хорошо. Хорошо. Что будем есть? Эти штуки еще долго будут созревать? Не торопится пока. 70. Да, сейчас чуть-чуть поубавится персонажей в игре. Мяско где-то есть? Это, по-моему, не мяско. Да, мяско мы, к сожалению, закончили. Тыковку можно пойти полутать. Созревает. 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 Блин. Готово к сбору. Вот. Девятый. Созревает тыква. Глубокая заморозка. Загрязненная атмосфера. Чем загрязнена? Загрязненный кислород. Ну, блин, тут 4000 калорий, в два раза больше, чем у нас сейчас есть, поэтому, в принципе, можно пробовать пробраться к ним. Вовремя, короче, заглянул. Но мы, на самом деле, имеем в два раза больше населения, чем нужно. Единственное, что они пока есть, должны успеть покопать. Построить вот это вот все. А так-то педали крутить, в принципе, уже не надо будет, если мы нормально газ включим. Не факт, конечно, что это получится, но попробовать можно. Так, что еще можно съесть? В принципе, вот это вот, дескать, можно... Ух,
Тут 18. Бляха-муха, это можно было. Испортилось на 34. Ого. Понимаем. Вот сюда бы оно стало. Кислород, загрязненный кислород. Углекислый газ. Да. Вода. Грязь. Но мы его не подкормим. Грязи-то у нас нет. Вообще кек, блин, с грязью. Было так много, так все было классно. Что у нас вообще по грязи? Угу. Так, вот, грязь коричневая. Ага, ага. Ага. Угу. Ага, вот тут мы можем чуть-чуть грязь взять. Вот тут, кстати, хорошее количество грязи. Ах ты, ёпрестая. Надо сюда ехать. Сейчас мы поедем, короче. Вон тут чуть-чуть грязи есть. Да. Это ее, по-моему, я вообще-то увидел. Непонятно, почему я ее не до это самое. Так. Оп-оп. Вот так. Да. А, каким? Вообще нам открывать там надо, поэтому, в принципе, наверное, так тоже пойдет. К сожалению, это все надо на паузе делать, чтобы что не вышло. 9. Так, ну, в принципе, хотя сейчас ночь. Можно включаться потихонечку. Это, к сожалению, не еда, это шкурки. Одежда это. Так, эту грязь в идеале бы использовать не для готовки. Бля, слишком мы долго, наверное, грязь ели. Вот оно так и получилось. Что сейчас растения не могу подкармливать, блин. Так, ну что, мы к ним придем на всякий случай. Вдруг они что-то там нам дадут. И потом еще у них тут грязь возьмем. Так, снег он... О, мясо. Здорово. Чуть-чуть подпортилось, ничего страшного. Какой-то там... 800 килокалорий. Бывает. Нормально. Да, мы попробуем... Блин, а эта херня осыпется, да? Ну да, наверное, осыпется. Поехали мы туда вот так прокопаем. А этот что, кусочек грязи оставлять? А, вот тут зато парочку есть еще чего-то там. О, лягода лежит. Угу. Я... 24 это реально много. Для ачивки 12 у нас 24. Какие могут быть вопросы? Вот оно саморегулируется. Так, кто у нас тут развлекается? Что такое? А, что вы тут делаете? Залезть не могли? Лесенку себе поставьте. В
Что, попробовать этих челиков половить? Тут вроде кто-то у нас бегал. Где он подевался? Не понял. Вода, кстати, хорошо пошла. Рыбка. Блин, ну это, конечно, не очень хорошо, потому что мы, по сути, они больше не будут размножаться в этом случае. Так, вот эту рыбку мы можем еще... Но я открою, это вода выльется. Нам через верх по плану надо их ловить. Блин, это и спереди тоже придется строить. Их же хрен залезет, бедняги. Давайте. Оп. Кучу девятых приоритетов, не знаю, на что они сагрятся больше всего. Так, тут насос отключен, но он довольно-таки много уже насобиралось, можно было бы и того всего. Перегрузка газового клапана. Как оно может перегружаться, если он не работает? Кек. Так, этот отключен автоматическая сеть, все правильно, этот отключен автоматическая сеть, все верно. Все, это порядок. Этот не под подключен. Что? А где он не подключен? А, вот тут они его не доделали. Недоступное место для строительства. Ай, бляха-муха! Вот этот... Хорош. Не знаю, что они быстрее делают, строят или копают. Тут одну клеточку надо копать, а здесь как бы разберутся. Так, рыбку они забрали. Да, сорян, рыбка, без негатива. Так, все. Сейчас мы попробуем... Блин, если они, конечно, попробуют, что-то они не торопятся туда идти. У них 1000 калорий осталось, они такие... Никаких поводов для беспокойства. Но у них еще рассыпано нормальное расписание. Поэтому они, наверное, не паникуют, потому что они едят все в разное время, и никто из них еще не знает, что... Что конец близко. О, грязи нет. Блин, да ладно, по плану надо грязь выключать. Поели мы уже грязи. Мы ничего не заправим никогда, если будем постоянно грязь... Вот тут. Ну, в смысле, остаток грязи, который мы еле-еле найдем... Вот этот вот. Если мы его будем того этого. Кстати, я бы предпочел, чтобы они отсюда ходили. Здесь хотя бы подышать есть чем. Так, что у нас еще по животинкам какие-то? Этот не обновляется, к сожалению, нет. 100 килокалорий. Недоступные, да. Да, кремень. Ты первый это понял. Сорян. Финал через 3, 2. Ну, в чем прикол? Сейчас мы там чуть-чуть раскопаем. Вот уже тут где-то кто-то что-то занес. Чуть грязи там сям. Плюс там мяско может быть из рыбки, да? Крабушки, не знаю, съедобен ли он или нет. Тыковку бы собрать, но они что-то не очень сюда торопятся. Надо намекнуть, что тут важно. Че, так же лучше. А, нет, стоп, эти же две-то... Или это лед? Лед, наверное, проще ломать. Фрей, че вы там... Круги наматываете. Вы чего? Вы чем занимаетесь, Фрея? Что такое? А-а-а, вы куда-то там пытаетесь. Что, водоросли вы пытаетесь? Забудьте о водорослях. Фрея.
Вы чего? Как будто мало у нее проблем. Это иконочка чего? Тильта иконочка? Да она тильтует еще? О, да, у вас... пошел! Давай, давай, Фрей, давай! Хорош, хорош, тащи! Жестко, может вы подниметесь, там что-то это, нет? Опс. Пытается надышаться. Пытайтесь. Смотрите, там тыковку вас ждет. Если вы вдруг сможете надышаться. Ах ты, ёпрст. Мне же надо тут было прийти. Ой, ноль ошибок. Все, они спать пошли. В смысле... Я понял. Так, ну ладно. Можно тогда медицину готовить. Раз они уже идут спать. Так, что мы могли бы сделать? Тут, блин, слишком херовенький райончик. А, мы здесь за это самое. Ага, здесь уже тоже немного этого. Я понял, я понял. Ну вот тут можно. Нормальное место для медицины. В принципе, это довольно хорошее место. Вот, ну тут вот водоворот. Да, водород, вот все это. Так, сколько там их? 12? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ну, это оптимистично. 8, 9, 10, 7. 11. 12. Ну, вот это реалистично. Ё-моё, я тут лестницу когда-то сказал построить, кек. Забудьте о ней. Так, эти штучки, кстати, не вылупились еще. Водичка появляется что-то периодически. Ладно, мы ее пока трогать не будем. А ртуть разлитая в бутылках. Бывает. Тут ртуть прям так. Нормальная тема. Почему бы и да. Хорошо. Нормальное место для медицины, сказал. Ну, блин, это же медицина. 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 Ну, хорошо. Вот у нас чуть-чуть калорий появилось, правильно? Мы сейчас перестаем жрать грязь. А в теории, если они сюда пойдут... Они вот пытаются идти. У нас появятся варианты на подкормку растений. В принципе, это хорошо. Но есть нюанс, да, что их все равно слишком много. У них расход килокалорий 24 тысячи. Нету варианта, что мы с этих растений, даже с той подкормкой, 24 будем делать. Надо, может быть, более активно вот этой херней заниматься. То есть они производят грязь, мы грязь там вороши. Ну, в смысле, они производят... Что они там производят? Так. Содержание слив.
Ух ты, можно энергию посмотреть, кто что потребляет. Прикольно. Короче, в общем, в принципе, можно было бы даже на характер туалет поставить, чтобы они туда ходили. Но они там начнут их чистить, херо моё, они... Не надо, ну такое. Так, этот уже включился. Он включился, кстати, чтобы сюда качать. Ага. Но он включился без автоматического провода. Это не очень круто. Понятник. Сейчас мы его так шлёпс. Идеально. А можно, чтобы эта дверь не подключалась к автоматическому? Хера. А, нет, стопэ. Я могу через верх по плану так. Оп-оп. Я надеюсь, они поймут, что они... Блин, они так смогут, интересно. Ну да, они же там могут бегать. И там могут бегать. По плану смогут. Единственное, что вот эту красоту можно было бы чуть-чуть исправить. Чтобы он не качал, когда зря. Хотя ему, в принципе, можно было бы... А, так он и так не будет качать. Здесь же будет забиваться эта штучка. Ага. Нормально. Так, я... Так, ну что, продолжим пытаться. 12к, угу. Половина у нас есть. Угу. Классно, грязь мы выкопали, копаем. Грязь по плану приготовлена не будет, пойдет сразу же на подкормку, правильно? Грязевой батончик не готовится, грязевой батончик не готовится. Жареный тоже, все, славненько. С грязью разобрались. Лесенки не хватает им. Ошибка. Девять. Щетка. А, он так, наверное, не достанет, да? Чем Фрейд здесь должна была бы быть? Кто там по медицине? Занимаются уже люди. Спасибо, Каталина. Кстати, вы-то сами как, поели сегодня что-то? Что здесь в калории где-то? Ну, моральный дух 9 из 11. Ну что, Каталина, сорян, надо было думать с вашим моральным духом, вашем моральном духе. Тут они еще и ножки свои мочат, давайте-ка мы это самое разберем. Не знаю, зачем ему сюда бегать, но на всякий случай. Дырка, кстати, вот уже практически готова. Тут что мы не доделали? Провод не подключен. Но там по плану ребята работают, поэтому... Что? А где именно он не под... Ах ты, ёпрсты, я же там повёл. Я же повёл его на вторую. Он вообще где угодно, может быть, не подключен. Ну, не, по плану как будто бы выглядит, что подключен. Это вот этот вот кусочек они не доделали. А, они не доделали, потому что они сюда залезть не могут. Так, хорошо. Сейчас я тогда разберу эту клеточку. Так, кстати, куда вот этот плохой газ пойдет? Он, наверное, сюда же и пойдет. Я не хочу качать, тут хватанет долбанного этого хлора. Нафиг оно не надо. Я хотел его через мост. Оп-оп. Блин, так я же освободил место. Чего мост не хочет?
Ну и херня. Может, прям тут клапан? Вот, все, разобрались. Так, я не понял, он что, туда не может? Чтобы вот так сделать? В ловушке. Здорово. А что, засыпало, да? Угу. Понятно. Дурацкий снег. А вам что, дышать здесь нечем? Здесь был углекислый газ. А я на это даже не подумал посмотреть. Ну ладно, ничего, он туда спустится, все нормально. Так, эта херня включилась, то есть по плану мы водичку бы могли бы уже... Мэй? Вы куда? А что это за у вас за маршрут такой, Мэй? Не очень эффективный. Вам не кажется? Мэй? Что они бегают так, чтобы в воде не купаться? Хе-хе-хе-хе. Так, это пока можно off, чтобы батарейку не тратили. Ну, да, я думаю, можно открыть. Пик-пик. Кремень. Ты потянешь? Что не торопится. Кремень. Ну? Кто? Кто будет делать это? Там и рыба, кстати. О, калорий! Пожалуйста! 0 калорий! Пожалуйста! Хоть что-нибудь, соленая вода. Отлично. То, что я и хотел. Я думал, блин, вот бы сейчас воды попить соленый. Печатный станок. А, стоп, я понял, это сам станок, который. Так, ну что, кто открывает? О, кто-то открыл. Пропустили. Непонятно, кто открывал. Но рыба, кстати, в атаке находится. Мы туда, конечно, не попадаем, но она по плану вылезет. Ага, ага, рыба, это твоя ошибка, рыбюшечка. Сейчас мы тебя кусь-кусь будем делать. Кстати, вы популяция ребят, что вы там делаете? Вырастает, их превращается в древесину, можно срезать. Да? А как-то, как их рога выбирать? Вот это как будто уже деревья. Непонятно, каких рога выбирать, поэтому... Атака! Они по плану все-таки доберутся сюда, конечно. Ну, по плану сыпаться больше ничего не будет. Мы вот это все аккуратненько обходим. Посмотрим, появится ли немного... Кстати, рыба. Рыба в атаке, все. Нормально. Блин, ребят, а мы тут не зальем себе... Ага, мы уже себе залили. Кайф. Отлично. Кто, блядь, спустился сюда? А, ёпрасте. Закройте, пожалуйста, все. Везде все повытерли. Ну, вообще, мы вот эту водичку по... Это самое. Еще использовать можем, поэтому нормально. Туда мы сходить не будем. Да и сюда не надо. Так, хорошо. Вот тут мы сейчас повытираем еще чуточку. Стоп, 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 стоп. Повытираем. Во. Четко. Там просто где-то подкормка нужна, как это было. Так, что мы получили с того чела? Были с него калории? Надо проверить. Драка. Опа, так вот кто будет первый. Так, драка пошла. Опа, с них мясо есть. Сорян. Они вас прямо сейчас так съедят. Мясо кто-то будет подметать, ребята, вы что? Ай, блин, может они подняться сюда не могут.
Высший приоритет. Конфетное дерево. Готово к сбору. Я просто такая сейчас еще конфеточки пособираю здесь. Ты тоже к сбору готова? Четко. Парочку калорий тут имеется. У нас все приоритеты в девятые. Ой. Чек-чек. Да-да. Понимаю. Кстати, по-моему, у нас только один гриль барбекю может делать. Не сказать бы, что у нас на два гриля есть. Надо, кстати, проверить сейчас вот эти семена, что их там. А, это ягоды. Ну, ягоды, ягоды. Че нет? Непонятно, как они ее в сыром видели и готовить, поэтому я сейчас ее подмету. Алоэ нет. О, подмести. А это что за херня? Семя, алоэ вер. Прикольно. Что это такое, не знаю. Так, посмотрим, что мы тут можем готовить. Нихера. Все отлично, никаких проблем. То, что мы хотели. А, стоп, может быть тут что-то можно? Не, батончик ни в коем случае. Созревает, написано. Успехов. Так, тут семена, семена, семена. Ага, ага, понял. Блин, Мэй, а как вы там оказались на этой воскошенной кроваточке? У вас... просто, потому что мы вам кроваточку не построили, не назначили, или как это так получилось? Я, конечно, не очень против, но можно было бы так и не делать. Итак, эту херню... А, так он уже прям работает. Не выбран фильтр. Ёпросто, не выбран фильтр, но при этом он уже гоняет воздух куда? Природный газ. Куда он воздух тянет? Я их соединил? Чик-чик-чик. Или он просто тут вентиляцию делает? А, так, нормальное место. Так, алоэ, который... Что это углекислый газ вместо него кислород? Да. Но оно же в холоде должно расти, разве нет? Оно же там... Такое... Так, ну вот у меня, по-моему, было где-то место для растений. Вот, вот тут, вот, вот. Что мы тут? Что мы тут хотели посмотреть? Вот, типа алоэ. Вот, от минус 80 до нуля. А у меня там очень жарко. Углекислый газ, классно. Или типа, что сам факт, чтобы оно тут это самое. Ну хорошо, я вот сюда его вроде как и планировал. Я не понял, что оно тут все еще не растет. Может, я его сюда всадил? Все, короче, пускай они тут, если что, пытаются. Тут как раз температура то, что надо. 32, годится. И не так далеко бегать, как раз от нашей основной посадки. Блин, только 182-й ход, и я такой, блин, а давайте мы посадим много еды. Уже вроде как и животы что-то заканчивается, грязь что-то вроде закончилась уже. Своевременно, что мог сказать. Они тут делают что-то? Что-то делают. Ну, тут парочку еще корней имеется. Чуть грязи тут. Нормально. Живем. Блин, тут, чтобы они могли выбраться, если что. Углекислый газ. Ну, не обязательно. А, ну, он все равно откроется, поэтому, в принципе, кусочек тут еды, пускай тоже будет. Да, холодно. Вообще Фрея должна была сюда ходить, но она что-то не собирается. Так, тут что-то имеется, да? Угу, угу. Опа! А, это просто стол, ну и херня же. Это вот поэтому они исчезли, потому что они столы строили, там что-то там это самое. Надо вот так вот просто. Вот так вот. Кстати, зато с кислородом пока...
Блин, сколько они созревают? Странно. Так, батарейки чек. Эти оба работают. Чек, батарейки чек. Приятно. Плюс, наверное, кто-то еще велик и крутит. Ну, естественно. Эта херня отключена. Это нормально. Вот это могла бы на самом деле, наверное, и не доть. Тут оно и так. Хотя вон тут есть вроде какой-то там газообразный водород. Ну да, чуть-чуть имеется. Ну, пускай работает. Здесь только одна работает. Ну, ее и достаточно. Здесь только одна работает, опять же, ее достаточно. Хотя он, скорее всего, в основном качает кислород, но это тоже нормально, потому что нам нужно, чтобы он сюда поступал. Ладно, эта херня уже подключена. Я на ней остановился. Итак, мы ее заводим вот сюда. Мы ее завели. Куда мы будем углекислый газ девать? Блин, вообще, пока у нас есть энное количество свободных ребят, пока они есть, точка, мы можем построить мост. Космоса я, к сожалению, не нашел пока. И увезти это хрен знает куда. Вопрос, хрен знает куда это где? Справа? Справа некуда. Можно на самом деле сюда. Хотя здесь нету такой большой ямы. Но зато тут довольно-таки много места. Плюс эта штука, она что там делает? Вакуум, да? Нет? Расходует ресурс вакуум. Угу. Ну то есть как, например, мы так вот сюда кидаем. Оно тут начинает накапливаться, поднимается и запарывает нам всю херню. Классный план. Другие есть. Можно было бы отвезти ее обратно в источник, чтобы она тут вот поднимала наверх природный газ. Блин, кстати, это нормальная идея. Затянуть ее прямо сюда. Там давление, по давлению могут быть приколы. Наверх я уж точно никуда не хочу, чтобы она на голову не сползла. У нас тут рыбка, кстати, есть. Не понял? Рыба, ты чё? Ты чё, рыба? Атака. Еще и две рыбы. И икринка. Ой, какая, что сейчас вы у нас. О-о-о, бегут уже специалисты-рыбаки. Он рыбак. Рыба. Научи стрелять из лука. Да ё просто рыба. Да как тебя выделить-то? Атака. Атака. Битва. Сейчас у нас битва будет. 150 калорий. Своевременное решение. Так. Ну давай уже, иди лови ее. Лови эту рыбу. Блин, ну вообще можно было бы одну только. Ну ладно, не важно. Так. Так, Элли, а может быть вы сразу же и рыбу там? О, пошел, пошел. Пиу-пиу-пиу-пиу, пошла драка, рыбу. Лови ее, рыбу эту, Элли. Подмести рыбу. Все, рыба готова. Четко, молодцы, ребят, молодцы. Так, эта херня продолжает, ага-ага. Не понял? Мост, газ не уходит. А, ну, блин, правильно, я еще ж не подвел. Блин, вообще на время можно было эту байду бы отключить. Да, нам же все равно заходить копать, поэтому мы пока отключаем, чтобы они энергию не тратили. Так, бам-бам-бам, вентиляция. Итак, нам нужно ее отвезти безопасненько. Это будет два моста. Вот неплохо не соединить их. Ой, тут же медицина у нас.
Блин, медицину поломаем сейчас. Ладно, мы подстроим под медицину новые клетки. Нам все равно тут еще он строить сколько. Копать, в смысле. Так, ну что, вопрос, по давлению будет проблема или нет? Стоп, а у нас нету резервуара для газа? Что я видел, резервуары для воды были. Очиститель, все не то. А где это вообще было-то? Резервуар. А, вот резервуар для газа. Так, резервуар для газа. Ой, блин, а где эта станция? Обработка что-то, где это? Да, я могу, тоже было. А роботиков, кстати, не построил нихера. А, вот резервуар. Не понял? Ему еще куда-то уходить надо? Что? Так, труба для поступления для вывода газа. А что мне надо выводить с него? С него выход должен быть? Какой с него должен быть выход? Железная руда. Ну хорошо. Так, значит, у него должно заходить вентиляция. Вот в эту дырку. Так, это мы пока тогда отсоединяем. Надо будет понять, надо ли эту херню будет куда-то везти. Хотя, в чем смысл резервуара? Ну да, голод, понимаю. Сколько стресс? 10. Где-то мы еще потеряли калории какие-то. Ну, в смысле, не нашли. Рыбка может где-то прыгать все еще. Думаешь, я тебя забыл? Драка! Ну, это временные меры, на самом деле. Тут, ну, невозможно 24 с этого взять. 1000 килокалорий. Может, даже и не стоит их. Это самое, они бы там разводили даже. И коринки всякие. А с другой стороны, у них все равно цикл жизни есть. Он что, сожрал его прям так, что ли? Ты что, сушь поел? Ах ты жук, а? Хорош. Сам сожрал, все остальные пускай обойдутся. Так, тебя мы уже ловим. Здесь никто не живет. Да. А, они там исследования декорируют. Ну да, давайте, давайте. Декорация, класс. Ну что, они на это калории не тратят, только воду. Опа! Смотрите-ка. У нас здесь есть, может быть, калорий. Да ё, просто как тебя... О. А ну-ка, это калории? Давайте, 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 давайте. Калории сюда. Поднимите мясо, унесите его, молодцы. Ну что, геккон попался. Не вовремя он заглянул в это местечко. Так, а здесь у нас, кстати, никого. Эту херню, которую мы не так и не смогли пока это ничего сделать. Справа вообще что-то никого нет. Даже рыбки. А, вот рыбка есть, ладно, одна. Ну вот это медицинский район. Тут особо не надо. Тонет. А чё ты прыгаешь в воду? Тебе делать нехер? Ты взрослый? Надоевливые. Выживают тростевика. Ага. Любят взорвать землю семена. Ага, ага. Ага, ага, ага.
Короче, калории. Подмести. Ну, с этим проблем не возникнет. Это тут найдется специалист. Опс! А, он поднял его. Да, он его поднялся, в порядке. Блин, они сюда еще бегают поднимать песок по воде. А ладно, бегайте, что могу сказать. Хорошо, ну что, включаем эту херовину. А, мы же резервуар не достроили. Так. Давайте, ребята, девяточку. Ладно, и пошли, короче, водить эту херню, что могу сказать. Вдруг этот резервуар не так работает, как он называется. Опа, подождите, это не калории тут приехали. Ну, чуть-чуть калорий. Блин, у них голод, но у них при этом всего 6%, пока только максимум тех. Так, гекконы, ах, вы в хлоре, вам похеру, да, понимаю. Повезло. Ну, газ же там хранится зачем-то. Так. Вот для этого зачем-то и выход. Тогда я пока его отключаю. Они там пускай строят. Не знаю, сколько он. А, ну он 1000 килограммами. Я не знаю, сколько это, поэтому готовимся. Так, значит, включить. Сейчас что-то будет, сейчас. Зачем им калории, если они могут включить? Значит, малюсенькую дырочку. Так, МИП. Ты ответственен за дырочку. Вот тут. У тебя будет максимальное количество времени, МИП. МИП, вернись! Ах ты. Ладно, МИП, хрен с тобой. Посмотрим, кто другой будет более ответственный, чем МИП. МИП безответственность показал свою. Можем покрутиться. Так. А это, кстати, тот чел, который был в тильт, это самый. Ну, блин. МИП понимает, да, что там что-то не так. Блин, они все сюда приходят только чтобы одно что-то сделать. Но это, мне кажется, не совсем правильно. Почему? Я ведь... в одной в той же очередности. Низбет. Это вы, Низбет. Трубу они через дверь построят. Вот эту мы дверь будем закрывать. Давайте, Низбет, давайте. Так, смотрим ситуацию перед этим. Перед этой фатальной ошибкой на 184 цикле. Углекислый газ. Нормально. Это кислород. Кислород. Но у нас, по правду, чуть-чуть есть возможности. Вот эта дырка. Давайте. Пробуйте, Низбет. Давайте, Низбет. Давайте. Готовимся нажимать и переместить. Переместить. А, все, она уже бежит. Бегите, Низбет. Заперто. Так.
Ну, вроде не успел. Вопрос, он начал уже его забирать? Да, потихонечку берет. Ага. Кстати, клапан только что давление показал. Нормально. У нас в планах сюда заходить нет больше. Ну ладно, я тогда тут все-таки отключу, пока раз там уже, он уже давление показывает. Потом, если что, подключим вновь. Все, они сбать закрыли. А, оп! Спасибо. Ну, спасибо. Все, закрыли дверцу, закрыли. Сейчас они тут достраивают. Эту херню поправно они сквозь дверь застроят. Нормально, нормально. Давайте, ребята, давайте. Четко. Хорош, хорош. Все, закрываем всю эту херню. И теперь у нас есть как минимум две двери. Еще вот эти я, может быть, закрою. Но проблема в том, что из-за них тут начал этот самый накапливаться. Пока что мы их держим открытыми. Но если нам понадобится сюда заходить, они, естественно, будут закрыты. С другой стороны... Ха, а есть ли мне смысл? Если здесь будет кислород, у них будет... Да, не, лучше мы не будем пока их трогать открытыми. Пускай там углекислый накапливается, хрен уже с ним. Да, лучше пускай тут будет кислород, и если им надо что-то будет подремонтировать или что-то, чтобы они могли туда пройти. Что это исследование, да, это не калории, приехали. Понимаю. Ну, вот, 184 цикл ошибок. И мы в итоге сейчас начинаем выходить на рекомендованные 12. Хотя вот, казалось бы, мы тут грязь выкопали, так. Вот кусочек грязи еще можно будет, кстати, выкопать. И высадили там то растений какое-то количество. Ну, так, кстати, а это на голову не упадет им? Ой, Джошу, вы могли бы раньше эту грязь поднять? Тут же растения ожидают. Непорядок. Вроде нормально, что-то еще поступает с них, типа... Раз у нас есть немножко растений, можно сюда добавить, кстати. Потому что здесь очень близко к кухне. Это крайне хорошее место. По атмосфере пока тоже норм. Если что, смогут поесть растения хотя бы. Ну вот, кстати, хоть, по-моему, вот так оно изначально должно хотя бы выглядеть на первых порах. Но, блин, я что-то об этом... Не думал, не знал. А вот и, кстати, медицина недостроенная. Блин, зато вон их просто огромное количество свободных. Они все уже провели куда надо. Опа! Угу. Так. Вопросики. Он вообще работал? А, так он и работает. Не понял, какой вы автоматической сети подключены? О, нет, вы никто автоматически. Мне не надо, чтобы вы по этой сети ориентировались. Хотя... Тем более вы даже не на ту батарею ориентируетесь.
вы вот эту батарею заряжаете, а на эту смотрите. Это не очень правильно, да? Блин, мне вообще не надо, чтобы на нем была это самое. Это сеть. Так, ладно, мы это отключим. Да, блин, и он в красный сразу пошел. Классно. Ой, херня. Ладно, что мне тут надо? Сигнальный включатель. Поехали. Ой, зеленый будет. Включать им. Оп. Это уже и был природный газ, правильно? Строим, строим. Раз. Кстати, блин, вы там это самое. Да, вы бы видели, как здесь есть один персонаж. Он только что зашел, открыл, закрыл. Где он? Спрятался. Ну ладно. Privacy пошел. Так, хорошо, нам надо тут засыпать деревья срочно. Газооткрыватель, получается, был. Открыл месторождение газа. Я не понимаю, как они все еще живые. Все еще 24. Еще и бездельник какой-то один там есть. Невероятно. Так, а кто бездельник? Кто это? Кто это? Ага, ага, понятно. Семечки, кстати, могли бы поубирать. Давайте убирать семечки, пойдем их садить. А это не грязь? Нет, не грязь. А, вот это грязь. Давайте, так давайте. Не бездельничайте, пожалуйста. Так, кстати, мы тут мороженую пшеницу вообще-то могли. То есть нам, по сути, есть смысл сюда копаться. Мы же ее могли бы тут прям, наверное, и выращивать, правильно? А это, кстати, что же все еда, правильно? Там где какой-то корень, там что-то вот это все. О, еда. Нет, не еда. Бывает. Так, ну вот тут снегу не надо, может быть. На полу спали, что ли? Вы что, замурованы? Что происходит? Почему вы здесь тусуетесь? Не, вроде можно выйти. Или нельзя? Ёпарасоте! Какой кошмар! Как так вышло опять? Засыпало, наверное. Да балан. Я ж помню, что я здесь лестницу ставил. Долбанный байт. Какой ужас! Некрасиво получилось. Все, вы свободны. А как-то она упала. То есть, если лед растаял, что. А, лед может растаять. Кек. Блин, он, наверное, действительно растаял. Или что-то там с ним случилось. И она упала и засыпала лестницу. Так. Первый пошел. Да, ну это первый только еще, кстати, к сожалению. Пока оно в баланс какой-то не выйдет, это будет медицинский отсек потихонечку заполняться. Повытираем хоть водичку. Не, ну мы вон стараемся, что-то делаем. Что такое? Температура? Ёпарасте. Да.
Хорошо. А почему тут температура? А, тут, наверное, холодно уже. Ага, тут уже холодно. А этому не холодно. А этому холодно. Ладно, неважно. Так, значит, что мы должны предпринять в этом случае? Мы можем сюда, может быть, посадить хотя бы одну клеточку хорошую такую. Но это неэффективно. Нам надо хорошее место, где все это заложить. Клетки я не буду оставлять пустующими. Я их разбираю, там кусочек грязи имеется. По плану. То есть не растет до здания. Они, конечно, сейчас будут тильтовать, там траур вот начнется всякое такое, но у нас особо вариантов нет. Это все еще созревает, это невероятно. Блин, ну они просто... Ужас. Так, пам-пам-пам. Вот тут у нас что? Ой, тут жарковатенько. Не хватает лайчика улучшенной медицины. Используя зомби-споры и стад для создания механизмов на биологическом топливе. Этих ботов можно направлять на враждебную среду. С неработающих биоботов можно собрать сталь. Позволяет умелому дубликанту стабильно производить жутких, но эффективных ботов. Че, надо это? Мне кажется, это еще как бы нам рано. Я еще еду, бляха-муха, не научился вовремя выращивать. Ты сейчас зомби создашь, они там что-то не то сделают и все. Кажется, ошибкой. Так, если тут холодно, тут жарко. Блин, ну вообще тут можно было бы вместо какого-нибудь стола этого дурацкого. Нафиг вам не надо. Хотя они бегают, кайфуют, декор там, это все четко. На стены шкафчик. Содержит. Что тут содержит? Ого. Цех биоботов. Перезапуск амбициозного проекта, который совместно вели отделение биоинженерии. Биоинженерии и робототехники в Грейвайт. Я не знаю, как это. Если все получится, это спасет дубликантам жизнь. Дубликант обнаружил лабораторию, полную пыльных механизмов. Возможно, они остались от экспериментов в другой колонии. Неясно, предназначены ли для этих аппаратов для биологических экспериментов или продвинутой мехатронной инженерии. Возможно, их использовали в обеих сферах. Я субатомная частица. Меньше пылинки. Твой класс... Смыто, прохладной водой, любовь моя плутоний, серая, грустная, невыносимо тяжелые. Если рядом тебя нет, с каждым духом. Так, пропустить послание, надеюсь, ты не против. Ну что, поехали посмотрим, что за хранилище. Надеюсь, там не зомби. Собочка, 185 цикл заканчивается через 3. 2. Так, и что вы там найдете? Угу. Угу. Ну ладно, можете убрать это. Не уверен, я буду их садить. Тут уже и так один вон растет. Носителями особо опасной разновидности. Угу. Угу. Что? Что? Декор плюс 80? Нихера себе. Кек. Так, тут еще что-то может. Анти. Антиэнтропический термоубыватель. Автономная машина, работающая на очищенном нейтроне, поглощает тепло. Блин, прикольно. Нам бы можно было бы, наверное, чуть тепла. У нас тут, кстати, она, по-моему, тоже где-то была. Вот это вот она. Может ее включить? Хотя как мы будем? А, ну тут есть, кстати. Тут же вот жарко, обжигающе жарко. А я эту трубу, кстати, и веду. Ну только не очень эффективно, видимо. Ага, я понял. Пока там еще есть кому, они должны пока до этого делать.
И все еще 23. Это прям первоочередное задание. Опа! 20 скобочка. Я имел в виду 22 их все еще. Не, это минус 2. Их 24 было, к сожалению. Так, мы еще должны вот так ведь провести, чтобы они могли пройти, и еще вот так, чтобы они могли пролезть, иначе, ну, никак не пролезть. Да, минус 2. Ну, тут еще будет как минимум несколько минусов, потому что деревья пока нет. Плюс я еще не понял, куда бы их еще засунуть. Сюда их пихать, естественно, не буду, загрязненный кислород. Хотя, блин, а вот тут хорошее местечко. Тут нормальный водород, что? А, ну вот, нормальное местечко. Да, конечно, здесь есть немножко кислорода. Но он, по-моему, растет в загрязненном. Да, он растет. Поехали. Фрея. Блин, Фрея, которая должна быть... которая должна была бегать в этот самый... Блин, ну они потихонечку заполняют медицинский отсек. По нашим расчетам, может быть, выйдем в 12, которые нужны для ачивки. Но это не точно. Так, навыки. Может быть, кто-то... был потерян с хорошими навыками и должен быть замещен с какими-то другими. Так, ну тут минус сердечки. Без сердечков не даем. А тут будет с сердечками кто-то. О, супер рытье. Замена пришла. Супер-пупер рытье. Замена пришла. Строительство, снос. Держите. Так, 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 сердечки нет. А, земледелие. Вот, это очень важный специалист. Это, кстати, нам сейчас конкретно крепко понадобится. Тут пока ничего. А здесь вроде специалист. А, вот врачевание. Не знаю, кого вы будете лечить. Вроде тут все и так хорошо лечатся в медицинском отсеке, но... Пробуйте. Астроном нам очень нужен прямо сейчас. Так, все, здесь пока нет. Глубинное исследование. Вот, вдруг мы потеряли инженера, мы снова его нашли. Эстетические гениальные искусства. Не знаю, чем там предыдущие ребята занимались, но именно этот будет, скорее всего, строить статую. В скобочках, конечно же, не он. Два земледельца. Все, что нам нужно сейчас. Нет. Не хотят они ничего больше делать. Слишком они крутые специалисты. Итак. Не факт. Не факт, что ли, старт. Мы в плане энергии в плюсе. По температуре, ну, можно в теории, конечно. В плане воды мы пока что в плюсе. Кстати, вода — это наш следующий. Вот тут немножко калорий имеется. Бляха-муха-ля. Калории прям тут лежат. Ошибка. Ошибочка маленькая. Так, хорошо, как мы будем копать сюда? Так. Ага. Кремень. Блин, кремень-то оказался не такой уж и кремень. Оп-оп. Не, там уже 6, там не 5. 7.
Они по плану где-то в районе 12 должны остановиться. Но это не точно. Так, вообще, может быть, здесь сразу же опустить. Вон тут водичка сверху тоже есть. Да, наверное... Ну, хорошо, хер с ним. Я так, конечно, прокопаю. Вот, не знаю, пойдет ли кто-то сюда копать уже. Но если придет, рыбку он получит. Так. 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 Кталина, вы что-то ели? Вы, наверное, тоже нихера не ели, да? А куда вы идете? Вы идете лед пока. А, вы идете за пшеницей. Ну, пшеница тоже нормальная тема. А тут она созревает или созревает, да? Угу. Ну а ей что нужно для созревания? Температура, ладно, кислород загрязненный, нормально, атмосферное давление, ага. Грязь и вода. Блин, это не очень круто, грязь и вода. Ну, в смысле, у нас грязи довольно мало осталось. А здесь, кстати, вообще еще где-то грязь есть, в принципе, так, просто по приколу. Ага. Ага. Ну вот интересно, вот они, получается, садят растения, им нужна подкормка, которая тоже грязь. А потом что происходит? Сюда они не спустятся, конечно. Понял, сейчас закрыть бы эту херню, хотя она, наверное, сюда углекислый протягивает. Ладно, пока пускай так и остается. Вот эти штуки по плану на подкормку тоже могут что-то производить. Может быть, еще одну поставить? Может быть, и не ошибка. Так, что у нас здесь? Все бегает. Ага, бегать, бегайте. Сюда вы идете за рыбушкой. Давайте. Можно, кстати, продублировать лесенку с этой стороны. Ой! Блин, она же только созревает. А вот тут аж тут есть готово к сбору. Не, мне кажется, это неправильный приоритет. Давайте мы туда все-таки полезем. Спасибо. О, нифига себе, оно уже прям до этой залило кек. Надо тогда это тоже закрывать. Ну, почти залило. Не факт, кстати, что зальет. О. Так, их уже 14 осталось. У нас медицинский отсек, между прочим, заполняется. Ага, ага. Не факт, что они уже все здесь, кстати. Откуда тут вода? Это вообще вода или это ртуть какая-нибудь? Поручение ветеране, жидкость, труба для жидкости, газовая труба. Без понятия, что это такое. Недостаточно ресурсов, природный газ. Вы прикалываетесь? Блин, а какие тут еще газы будут? Вообще, в теории, если здесь любой другой газ, не хлор... какой-нибудь там природный кислород. Ну, по плану только природный будет газ, правильно? А, ну он хлор там, но он в самом низу. В теории я бы мог открыть эти две двери. Ой, ну это автомат. Не уверен, надо ли это. И попробовать вот эту херню разобрать и поставить его все-таки, например, сюда. Вот и посмотрим, будет ли оно работать. Так, так, так. Прямо сейчас попробуем разобрать эту штучку. Они сквозь дверь, интересно, смогут ее разобрать?
Трава доставлена. Линси, Руби, блин. Да, тильт, конечно. Проблема больше в том, что они в еду все еще не выходят, несмотря на то, что тут типа растет, созревает, они ее готовят. Так, ну вот мы уже, кстати, на 12. Исследование. Да, опа! Калории, пожалуйста. Пожалуйста. Какое себе натрость. Класс. То, что надо, вот эта херня, которая... Да. Тильт. Так, но зато мы вышли в монумент. Можно пока выключать для экономии энергии. Так, сюда кто-то пошел? Сюда, кстати, кто-то... Блин, ладно, давайте открывать на автомате. Иначе они ее не разберут, наверное. Интересно, сюда кто-то еще придет? А, вот, смотрите, Каталина. Так, Каталина, давайте-ка. А вы тут не хотите выключить? Ага. Так, Мип. Осторожненько, Мип. Так, а кто придет ломать этот? Кто-то вообще придет ломать этот, или мы... Ладно. Так, пока это там, я тут погляжу. Ага, понимаю. Так, кто-то бежит, бежит уже, пошел. О нет, уже минус, о нет, еще минус 2. Какой кошмар. Так, тихо. А, ну она вроде успевает закрываться. Все, она закрылась. Все, нормально. Газ не убежал. И что оно в итоге тут выбрасывает? Так, какой клапан? Вы что, прикалываетесь? Перегрузка. Ну ладно, самое главное, что мы его вытащили. В принципе, я его могу куда хочешь отвезти. Например, если убрать этот мост, его можно было бы отвезти куда-нибудь туда. Где здесь по давлению проблем не будет? Блин, а может быть здесь по давлению, потому что вот это. А здесь кислород. Ага, ага, здесь углекислый. Ага, ага. Нам надо открывать вот эти двери. Вот это мы закроем. В итоге углекислый упадет, кислород уйдет. По плану оно выровняется с вот этим всем. Ну, с вот этим хотя бы. Тут-то тоже дверь. И тут, кстати, дверь. Их можно было бы открыть. Пускай оно дальше равняет давление. Монумент еще построить надо. Блин, а он прям затратный, да? Сталь. 7. О май. Керамика, пластмасс, стекло, алмаз. Обсидиан 2,5. Сталь 7500. Нифи. 9 их уже осталось. Да. Не понял, это Элли. О, нет, Элли. Джи. Вот. Он только что ходил и разбирался. Там какой кошмар. 180. Какой кошмар. Смотри, бежал. Включать. И не смог закрыть. Не так уже в трауре был. Какой тильт. Кстати, а что у нас по электричеству в итоге? Да, нормально работает. Что? Я в итоге его не подключил? Он просто здесь прогорал. Ой, бля.
Это я потому что тогда махал отменять воздуховод, и я не... я, блин, просто не делаю ровно ничего. Какие у нас более разряженные батареи? Ага, ну, конечно, нам на ту надо. Блин, какой же... Да, хорош. Прекрасно. Да, я не уверен, что мы его, конечно, достроим в этот раз. Блин, а я его там так хорошо проводил, вот это все, и в итоге не тут-то было. Кошмар. Так, а чем мы строим железо? Ну, понятно, давай. Сталь. А, так стали у нас ни в коем случае, конечно, не будет столько. Так, а как мне его... Надо еще один мост. А сколько мне еще мостов надо? Стоп, а вот этот мост... Ага, ага, ага. Так вот этот мост уже и есть на вторую. Все, мы просто сюда вот так подключаем и все. Кек, он просто так прогорел все это время, блин. А вот, кстати, заполнение пошло. То потихонечку совсем. 3 килограмма из 1000. Это надолго. Так, там... А вон, кстати, внизу парочку калорий лазит. Вон они. Но они в хлоре, им повезло, блин, они там защищены. Мы-то в хлор не сильно рвемся. Меня интересует рыба. Мы ту рыбу, если откроем, но она нас по грязи не особо-то пробустит. Но хоть кто-нибудь мог бы поесть. 8 челиксов осталось. Бля, такое ощущение, что реально может быть ГГ. А почему-то он еще и бегает на этой самой. Потому что они разряжены. А почему это не работает? Потому что водорода мало. Странно. Ну ладно, это мы по плану будем выключать. Да, уже отключили. Растения чуть-чуть есть. Хорошо. Доставляют грязь. Блин, а что, они на 5 остановятся, что ли? Просто все еще голод. Это не очень круто. Сколько у нас в итоге грязи-то есть вообще? Где вот этот ящик? Это ящик? Нет, не этот. Вот этот. 10 килограмм. А сколько на прикормку уходит, интересно? Да, грязь 10 за цикл. Ага. Да, понятно. Ну да, судя по всему, ГГ. Если они... А, нет, смотри, кто-то еще попытался туда пойти. Тут плюс уже рыба готова. Она уже немного испортилась, конечно, на 59%. Ну, так, мелочи. Интересно, кто-то пойдет еще туда, или у них там другие планы вообще? Тут еще парочку человек-то бегает на велосипеде, блин. Ну, на самом деле, велосипед — это вообще последнее дело, чтобы они крутили. Я могу в целях экстренной ситуации подключить... Вот эту они, кстати, провели... А, провели, молодцы. Я могу в целях вот так вот подключить. А, это же красненькое будет, но они хотя бы плану крутить не должны будут. Идите, попробуйте поспать что-то там. Есть еще шанс, что принтер выдадет какое-то количество калорий через 2 цикла. А, если кто-нибудь останется, они смогут поесть. Но по грязи, конечно, проблемка. То есть вот эта штука, она же производит грязь, правильно? Выделяет ресурсы, загрязненная вода. Ожидается доставка слизь. Или не производит. Не производит, да? Блин, а что же производило там...
Так, я им пока поручений дополнительных давать не буду. У них много дел на мало челов. Что у нас в итоге по энергии? Какие могли бы быть еще варианты? Он тут тоже забит. Хотя вот вроде написано в порядке. Но при этом опять забит. Бля, почему перегрузка? Тут же вроде открыты двери. Что оно не выравнивается? Что в яме оно? Ну, бля, это все странная херня. Минус. Джин. Тильт. Так, ну он работает. Он вообще что-то заряжает или он просто крутится? Он же теперь со всеми вместе. Где? Где наш батарея заряд? Тут заряд, кстати, есть. Да. Так, хорошо. Но на самом деле, я что могу сделать? Я меняю, типа, местами этот самый. Если кто-то его придет, сделает. И мы пойдем и выведем. А куда бы мы могли его вывести? Ух ты! Ля, выросла жаба! Ты смотри. Вот так. Формирую железы. Прикольно. Короче, нельзя было грязь сжрать постоянно, да? То есть ты когда остаешься без подкормки, у тебя нечем растение, типа, единственный возобновляемый источник пищи. Делать. Рыбы, они там, дескать, тоже возобновляются в некотором роде. Вот мы, например, сейчас возобновим одну рыбку. Она могла уже успеть икриночку положить. Не факт, конечно. Ну, а так у нас прям первым делом пойдет. Так, 30 стресс. Ну, блин. Каталина стрессует. Слушайте, Каталина. Ну, вы заслужили тогда. Мип и Ари. Ари, Мип. По-моему, я слишком много их изначально набрал. У нас там было что-то 200 тысяч калорий. Что-то там такие колоссальные какие-то числа. Вот. А из-за того, что их было очень много, они все сажали. И как бы... Ну да, они расстроили вот это все. Но оно же само себя не поддержит. В еде. Ой, животинки появились, нефть производят. Ля, наконец-то, я никогда их не видел. Какая? О, что, осьминоги какие-то прям. Ля, лапочка какая. Так, ну мы это, конечно, подметем. Так, а кто-то там пошел. А, стоп, а я же это... Ага. О, да. Так, ну тут мы по плану не накопили, естественно. Ага. То есть мы сейчас просто вот этот разберем. Вот это тоже мы раз. Ну ладно, мы его пока не будем разбирать. Вот так вот подключим. Угу. Так, и выведем его. Рыба! Ты чего это? Атака. А, по-моему, это та, которая в икринке была. Ну, я что, сюда его выводить, что ли? Мне нефть надо, на самом деле, чтобы сделать клапан высокого давления. И я тогда бы по плану мог бы это все дело... Даже там оставить. Кстати, хороший кол. Сейчас мы вот эту нефть уже повытирали. Да. Неочищенная нефть. Ой, личинка стеснительность, извините.
Вот. Стоп. Вот это. Углекислый газ. А? Неочищенная нефть. Вот. Опустошить. По плану я нажимаю опустошить, и он сюда побежит ее опустошать. Так. Все, пошел. Ну, кстати, вот они еще нефть делают, красавцы. Он сюда ее закинули куда? Бляха, только не говорите, что мне что он сюда ее закинул. А, нет, тут не отмечено. Нектар, неочищенная нефть. Бляха, а куда же он ее слил? О, нет. Куда он ее мог слить? Ой. Так. Ну, если это не калории. Микрокалории. Не, ну кроху мы не будем. А сколько времени, интересно, нам потребуется ему, чтобы вырасти до большого икона? Так, ту рыбку мы поймали? Да. Эту рыбку мы поймали? Да. Тут еще рыбка есть. Так. Пробуйте, ребят, пробуйте. Хоть чуть-чуть рыбочки покушать. И будем ждать новый принтер, блин. Интересно, куда он нефть опустошил? Оля, он прям снизу строит. Прикольно. 41 стресс. Ой, они сейчас начнут показывать свои эти самые. Как они умеют на стресс реагировать, правильно я понимаю? Нормально. Так, рыбонька, ты что, да, не спрячешься, правильно? О, а тут еще рыбонька есть. О, мне бы их, наверное, соединить. Потом мы. Могли бы в теории насос когда-то туда поставить, но не факт. Ста! Тыква! Ах ты ее простая. Непорядок. Тыква уже готова. Так, раз, два, три. Давайте, Мэй, это ваша еда. Вы можете ее прямо здесь съесть. Заслужили. Вы единственный, кто отозвался на эту херню. Кстати, тут еще парочку тыков есть. Парочку тысяч килокалорий лежит. Ёпрасты, тут столько тысяч килокалорий лежит. Копайте все вместе. Не понял, что? Вот, все, успокоились. Так, это лед. Бэ-бэм, что-то кислород, кислород, кислород. А, просто кислород. А, кстати, тут же везде углекислый газ. Нормально будет открыть эту херню. А, вот, но основной приоритет, конечно, тыковки, поэтому... Оп. Так. Что-то мало, да? Ну, вроде так. Сорок семь стресс. С чего бы это, да? Поселение, которое 24 чела обеспечивало. Теперь там 6 так вот гоняет.
Ой, бляха-муха, они тут не спустятся, да? Цель исследования. Ну, так нам вообще не пока. К сожалению. Блин, вообще-то я не в животноводство не ходил. В теории это может быть тоже источником еды. Но если тут растения такие привередливые, что там животные хотят, я даже представить себе не могу. Так, что у нас по времени? Уже пора бы, конечно. Так, ладно, сейчас. Пам-пам-пам. Блин, им тут херовенько, конечно, бегать. Загрязненный кислород. Блин. Вообще, им довольно далеко тут бежать. Дыхание задерживаю, потом можно, по сути, наверное, выставить эту штуку. Так ты работаешь? Обработанный, промышленный, необработанный, обработанный. Я все еще не мог понять, херня работает или не работает. Необработанный пластик. Ну и где он? Бля, ну он что, из жидкости должен храниться? Пам-пам-пам. Так. Резервуар для жидкости. Ага-ага. На хранение. А что на хранение? Непонятно, хина, как это... Что, не работает ничего? Так, эта штука что? Угу, угу. Загрязненная вода. Даже это закон, ну, это надо, вообще не важно. Легли поспать. Но все еще шестером ложатся спать. Вон там какие-то калории с рыбы, наверное, попали. А, нет, я думаю, там с тыковки нормально калорий было. По-моему, удобно тут было. Так, так. Давайте, ребят, это ж тыква, она уже готова. Да ее просто. Ну, может, кто-то с них поймет. Мои в этом не попались? Что, холодно вам или вам дышать? Не... А, вам и то, и то. Упс. По плану надо было бы, наверное, вот это поскорее сделать. Так, тут природный газ, классненько. Газообразный хлор. Ой, какое хорошее местечко вы тут выбрали, да? Мы вам выбрали, точнее. А, ну да, они же эту штуку не скоро построят. Ну, давайте мы на 8-й поставим где-то там. Чтобы они хотя бы местами поменялись. Если это возможно.
Так, все, подняли они по плану тыковку одну. Нет, еще не подняли. Семена. Левая тыковка, поднять. Чек. Эту забрали вроде бы, да? Ага. Включить. Включить. Так, девятый. Блин, тыква, конечно, имба. 4000. С одной это приятно. Может быть, нам тоже еще где-то. А, у нее же там дурацкие условия. Я же пытался ее тут посадить. Куда-то ей подкормку занул, блин. Это мне надо вот туда вот. Мы туда еще и не докопали в итоге. Короче, лучше она пускай сама растет. Созревай, ага. Вот тут, кстати, еще есть. Как здесь можно было бы аккуратненько так. Оп. Опа! Там кто-то приехал по плану. И это могут быть калории, кстати. Оп-оп. Поехали посмотрим. Так, тан-дан-дан-дан. Классно. Спасибо. Блин, а куда же он в прошлый раз, интересно, ее посташил? Ой! Ой! Это что вообще произошло? Кто тут мог сломать что-то? Этот хер пророс и... О, нет, ну все, это финал сегодняшнего забега. Спасибо за компанию. Думаю, завтра продолжим или начнем новую. Посмотрим на финал этой, но 193-й. Думаю, мы еще посмотрим, что кого. Спасибо за... Заглянули. Пока-пока.